had worked with Lane at the coffee shop. She was doing college. Два, да, Макс? Ну, по-моему, примерно так мы и планировали. Где-то. Плюс-минус кто-то проспал. Скорее всего, проспала Украина. Так сложилось, что у нас часы не перевели, а у них перевели. Соответственно, кто-то мог об этом не узнать. Правильно? Правильно. Вот, основа этого дистанционного курса как раз работа с мыслями и эмоциями. Работа с мыслями и эмоциями является основополагающей составляющей частью в когнитивной психологии, гештальт-психологии, в терапии тревожно-фобических расстройств, безусловно. Сейчас будем разбираться, почему это так важно, правильно понимать мысли и эмоции, какие упражнения есть для того, чтобы с ними правильно работать, как и так далее. Значит, прежде чем мы начнем и дождемся там еще пару-тройку людей с Украины, наверное, можно начать с классических каких-то историй про то, как мы ведем себя на вебинаре. Для тех, кто первый раз пришел, как вы видите, ничего страшного не происходит. С левой стороны чат, в котором нельзя переписываться во время лекции. Желательно этого не делать. Ну, я, как правило, чат выключаю. А зачем вам большое видео? Для чего? Вы меня хотите рассмотреть? Старайтесь слушать. На большом экране будет демонстрироваться презентация, которую я буду объяснять. Вы же мою рожицу уже видели в видеолекциях. Мне кажется, уже тошнит вас от этой физиономии. Соответственно, вы лучше слушайте и смотрите там слайды, которые я буду вам показывать. Что на меня смотреть? Надо слушать. Смотреть-то что? Да, вот. Правила такие. Старайтесь не переписываться в чате друг с другом и не задавать мне отвлекающих вопросов, потому что я такой человек, который, если вы вопрос какой-нибудь интересный напишете, я могу мыслью уйти в этот вопрос и забыть то, о чем я говорил. Поэтому лучше не задавайте мне вопросы, чтобы я не отвлекался. А если вопросы, то в конце. Да, или я буду просить там... буду вас просить задавать вопросы так или иначе по какому-то блоку, который будем сейчас обсуждать. Вот, это первое правило по поводу чата. Соответственно, вот, собственно говоря, и все. Остальное, что вам нужно, это просто сидеть, приготовить блокнотики, бумажки, там, ручки, методички у кого они есть. Еще раз покажу. Да? Соответственно, у кого есть эти методички, могут нарисовать таблицы, потому что они у вас там есть. У кого методичек нет, порисует с нами таблички. Кто захочет там так или иначе получить эти методички, напишет Максиму. Кто не захочет, не надо, это не горит. Вы сегодня много узнаете основополагающих вещей этого курса. О курсе говорить я сегодня не хочу, потому что уже, по-моему, все сказал, что 10 раз тиражировать, что вы сегодня увидите то, что там в этом курсе, собственно говоря, есть, и еще раз для себя много поймете. Вот. Что еще? Можно начать с того, что, наверное, какие-то самые популярные вопросы, которые вот на Спрашивай.ру, да, задают, пока вот мы сейчас все собираемся. Какие самые популярные вопросы? Недавно... Вы можете поспрашивать пока в чате, так аккуратненько, я что-то выберу, отвечу. Ну, так, для разминки, да. Вчера мне задали самый классный вопрос за всю, наверное, вот за последний 2013 год. Как вы знаете, первое место держала история с творогом, потом история с мокрыми ногами. Могу ли я умереть от прокисшего творога просроченного, а потом могу ли я умереть от промокших ног?
Вчера все-таки последовал вопрос, который перебил все. Могу ли я задохнуться от встречного ветра? Да, вот, это безусловно очень важно. Человек считает, что он может задохнуться от встречного ветра, и у него случается паническая атака от встречного ветра. Вот, и сердце останавливается от встречного ветра тоже. Соответственно, я сегодня поясню причину этого феномена, почему нам приходят в голову такие яркие иллюзии, да? Почему мы можем думать о том, что мы можем умереть от встречного ветра, от просроченного творога, от съеденного листочка руколы, там еще от чего-нибудь, да? Сегодня мы все это поймем. Это очень важное понимание в психотерапии тревожно-фобических расстройств, потому что, по большому счету, вы говорите примерно так. Если почитать вас в интернете и почитать там форумы в интернете, то выглядит это будет так. У меня паническая атака случилась от ветра. Или у меня паническая атака случилась от от того-то. Или она у меня наступает утром. Или она у меня наступает на улице. Или она у меня наступает там от погоды. То есть есть четкое верование людей в то, что паническая атака наступает от каких-то обстоятельств, которые, собственно говоря, либо около нас, либо на нас как-то давят, и ваш организм не выдерживает, и случается такой приступ. Вот это фундаментальная ошибка, которая стоит, наверное, на самых важных путях блока при работе с тревожно-фобическим расстройством. Все тревожно-фобические расстройства изучены. Здесь нет ничего нового, невозможно ничего изобрести. Поведенческая терапия, она уже давно изучена, все открыто, когнитивная тоже. Новые какие-то методы, новые какие-то упражнения придумать невозможно. Объясню почему. Потому что, в принципе, все уже апробировано, все уже сделано и Павловым, и Скиннером, и Вольпе, и Мэри Джонс, и Франклом, и там и Карнеги это популяризировал потом, взяв это как бы себе в книге, и Фрейдом, и Юнгом, и Шпилерейн, и Анной Фрейд, все это давным-давно, Элисом Беком, соответственно, его дочерью Джудит, да, последователями Альберта Эллиса, в общем, все давно на самом деле изучено, все на самом деле придумано. Методов никаких новых тут придумать нельзя. Можно только их синтезировать, взять чуть-чуть оттуда, чуть-чуть оттуда. Соответственно, то, что я буду рассказывать вам, не является чем-то моим открытием. То, что я вам рассказываю, это такая внутренняя синергия, основанная на базовом образовании, которое я имею. Кому интересно, может зайти на сайт в разделе «Документы». Значит, плюс синергия образования и институтских знаний, плюс опыт, который у меня есть, плюс взаимодействие с разными психотерапевтами России, обмен опытом, обмен знаниями, супервизия, личная терапия, личная проработка, да. И работа по 6 часов в неделю с вами, как очно, так и в групповом формате, создает такую некоторый объем практического понимания, как обычно у людей это бывает. То есть, когда вы читаете книги, вы делаете, вот тут есть один специалист молодой, да, он, наверное, сейчас присутствует, безусловно, потом скажет, что это его метод, как он любит это делать, значит, открыт новый исцеляющий метод. Вот обычно это присуще немножко так, что люди читают книги, потом вторую, потом третью, что-то понимают, делают какой-то вывод и считают, что он открыл в себе какие-то новые знания и понял причину там, панических атак в себе и понял, что теперь так у всех. Поймите, пожалуйста, что то, как панические атаки работают у вас, не факт, что работают у других. И то, что является неврозом вашим,
далеко не является неврозом других людей. Соответственно, те знания, которыми вы должны делиться с людьми, особенно когда вы бьете себя кулаком в грудь и говорите: нет, это неправда, это не так, вы должны опираться прежде всего на работу с людьми, дорогие мои молодые специалисты, и по избавлениям. Вам нужно опираться на опыт практический с разными людьми, желательно с большим количеством людей, желательно с несколькими сотнями людей, а не опираться на опыт дяденьки Саши, который вам сказал о том, что вот невроз — это вот так, а потом вы прочитали это в книге и сказали: блядь, точно, это вот поэтому невроз так. И говорите: все, я понял, я придумал, я гений. Вот это, конечно, неправильная позиция, она, безусловно, имеет место быть в нашей жизни, но вы должны понимать, что лично ваша позиция о формировании невроза, лично ваша позиция о том, как вы с ним работаете, ни в коем образом не должна быть оценена как уникальный метод или как уникальная техника, которая открыта теперь всем и каждому. Вы должны понимать, что когда вы делитесь информацией и называете себя специалистом, вы должны основываться прежде всего на большом количестве людей, на большом количестве практических навыков, на клинических испытаниях, на практической работе в супервизационной группе, на обратной связи со специалистами, на большом количестве ошибок, которые вы допускали. Специалист, который не допускает ошибок, он не развивается. Соответственно, вы должны понимать, что все это должно быть основано прежде всего на опыте. Парень, который считает, что он много прочитал книг, и у него хорошее знание психологии, это, безусловно, наверное, так. Но люди все разные. Вот такая прелюдия. Что по вопросам? Марат, что ты мне звонишь в скайпе? Вот объясни мне. Вот идет вебинар, да, 12:30. А мне вот звонит Марат. И что я сейчас должен вот сделать? Вот как вот это можно объяснить? Вот, значит, да, Максим, а что Марат мне звонит? Что он хоть мне хочет? Возьмите трубку, вы срочно мне нужны. Алексей, как записаться на вебинар? Гениально. Никак. Сидите дома, ничего не делайте. 12:20. Как записаться на вебинар? Понятно. Значит, невроз или депрессия, как понять, что у меня? Был такой ролик не так давно. Посмотрите про невроз и про депрессию. Там, по-моему, я об этом рассказываю. Ну что, поехали? Готовы? Размялись? Знаете, как обычно на тренингах? Давайте, из какого мы города? Самара! Да! Сыктывкар! Есть! Мы справимся! Справимся! Вот этой херни не будет. Соответственно, мы тут с Максом съездили на одно мероприятие. Это был уже скач вообще. Последний вопрос. Можно ли купить рекомендацию и отзыв Российской Академии Наук? Меня убил напрочь. Я просто встал и ушел оттуда. Да, Макс. Это было очень сильно. Но я все ожидал от этих людей, но никак не этого. Потом мне рассказывали, как эти отзывы покупаются в интернете, как накручиваются счетчики, как покупаются комментарии, где эти комментарии надо повесить, чтобы было правильно. Это пиздец. Ну да. Но вот сколько стоит рекомендация Академии наук, это было последней каплей. Я просто встал и уехал. Макс остался, говорит: ну, блин, деньги не хочется потерять. Я, говорит, посижу, а я, говорю, я не могу больше это слушать. Вот. Все, поехали. Итак, практическая работа с мыслями и эмоциями, да? Я тогда чат отключу, да? Печально, конечно. Я просто не... Я знал, что печально, но я не думал, что так печально. Это было... просто сейчас, вы если посмотрите в интернет, вы увидите очень такие шаблонные штуки. И этим шаблонным штукам, к сожалению, учат определенные люди, специалисты так называемые, интернет-маркетингом.
И им абсолютно я обещал не материться. Им абсолютно все равно, что с людьми, как. Главное это назвать себя специалистом и красиво и правильно разместить отзыв. И все будет у вас хорошо. Ладно, все, чат выключаем. Но это инфобизнес, он так и называется. Да. Так, а где чат выключает? Нажмите блокировать чат. Вот так что? Вот так, по-моему. Да. Все, поехали. Значит, основная история такова. Давайте сейчас разделим аудиторию на две части, на новичков и на тех, кто уже продвинутый, так сказать, пользователь. Но поскольку здесь наверняка есть люди, которые только-только к нам присоединились, давайте начнем с того, что у нас есть вегетативные реакции, телесные, которые нас пугают. Так? Тахикардия, экстрасистолы, ком в горле, нехватка, дисфункция кишечника и так далее. Давайте возьмем такую вещь, как животный мир. Это я вам сейчас базисные вещи рассказываю. В животном мире есть страх, как вам кажется? Я чат сейчас включу, чтобы так как-то обратно тоже связь была. В животном мире есть страх у животных, как инстинкт? Есть, конечно. Для чего в животном мире нужен страх как эмоция, как инстинкт? Зачем зайцу страх? Зачем зайцу инстинкт? Для выживания, верно. Страх в животном мире создан для того, чтобы выжить, чтобы заяц убежал, самосохранение, да, спасибо. Чтобы заяц выжил, чтобы заяц убежал и так далее. Вы когда-нибудь видели зайца, у которого паническая атака, потому что он не нашел морковку? Или, допустим, волка, который бьется в приступе паники, потому что он не догнал зайца и считает себя лошарой? Видели пантеру в депрессии, повешенную на лиане бамбука, значит, потому что от нее ушел самец в этом сезоне? Или, допустим, тигры в депрессии? Вряд ли. И не увидите. Почему? Потому что есть такая интересная штука у животных. У животных есть инстинкты. Они живут посредством осознанных инстинктов, которые ими движут. И они не имеют оценки этих инстинктов. Вот лев не убивается тогда, когда он съедает добычу. Или тигрица не убивается тогда, когда от нее уходит тигр и приходит другой. Там все эмоции построены очень правильным образом, где нету невроза, потому что эти эмоции не подавляются и не осуждаются. Они не имеют критику к этой эмоции или к этим действиям. То есть, если заяц убежал, он не считает себя лошарой. Представляешь, заяц такой по джунглям носится, потом его там не догнал лох, о, этот волк не догнал, и заяц такой сидит, говорит: «А, чё я такой трус-то?» Заяц социофоб такой, знаете, сидит такой, не выходит из норы. «Я не могу выйти, а что подумают про меня? Я же заяц!» Да, нет. О, ну да, значит, вы должны понимать, что у животных нет такого самоосуждения к собственному поведению. Нет таких эмоций. Там есть страх, действительно. А это очень важно. Почему вы сейчас это поймете? Скажите, у человека страх есть? Ну, как эмоция? Есть. А человеку страх дал для чего? Так же вот, собственно. Для чего человеку страх? Зачем нам эта эмоция? Так же, как у зверей. Тоже для выживания. Безусловно. Мы часть животного мира. Да, верно. А вопрос тогда. А почему у животных нету неврозов в джунглях, а вот у людей есть, у тех есть страх? Ответ достаточно поверхностный. Сейчас такой, можно там в теорию Дарвина, да, вдаваться, можно там в Павлова. Но давайте сейчас так вот поверхностно, что у человека есть очень сложная высшая нервная деятельность, которая состоит из разных отделов. Один из этих отделов
заключается, смысл его заключается в том, что вы не осознаете подчас то, что с вами происходит. Во-первых, это касается на уровне нейрофизиологии, то есть вы не контролируете большое количество нейропроцессов физиологических, работу с кишечником, работу клеток, работу эпителия, работу гладкой мускулатуры органов, работу функциональных отделов вегетативной нервной системы, они работают автономно, поэтому она и называется автономная, потому что вы не управляете. Здесь к вопросу о потере контроля. Нету в организме рычага, который у вас что-то отключит, и оно как компьютер сломается. Нет. Чтобы автономная вегетативная нервная система сломалась, это нужно, чтобы у человека была очень тяжелая черепно-мозговая травма. Ребята, меня слышно? Да, просто у меня что-то шкала перестала прыгать. Чтобы у человека была тяжелая черепно-мозговая травма, и чтобы эта автономная вегетативная нервная система перестала функционировать из-за травмы головного мозга. Соответственно, контроль организм сам вдруг потерять не может. Там сердце сорвалось с ритма, шея сузилась, чтобы вы задохнулись, там вы мозг разорвался или сошел с ума. Такого в организме не бывает. Нет таких функций. Нету функции контроля, которую можно потерять, да, и нету функции там, контроля, в котором надо сосредотачиваться. Организм работает автономно. Даже если вы в дрободин пьяный, вы все на автопилоте дойдете до дома, пописываете в штаны, когда будет нужно мочевой пузырь освободить, поморгаете там, и так далее. Потошнитесь. Это все функциональная нервная система. Даже если вы не хотите очищаться от токсинов этилового спирта, ваш организм все равно вас очистит, так или иначе, через те или иные отверстия. Соответственно, автономная нервная система сама работает, даже если вы этого не хотите. Соответственно, но в снегу, конечно, можно, если так все печально. Но мы не говорим сейчас про там, тяжелых алкоголиков, которые в снегу замерзают. Да? Мы говорим про работу автономной нервной системы. Это уж совсем крайность. Может, и обычный человек в снегу замерзнуть захочет. Ну, как-то его туда там закопать, да? Поэтому вы должны понимать, что по поводу контроля. Вегетативная автономная нервная система не потеряет этот контроль, если у вас нет на то органической причины, которая называется врожденной патологией, приобретенной патологией, травмы центральной нервной, травмы коры головного мозга, травм, несовместимых с нормальным функционированием там, и так далее, и тому подобное. И там, последствия воспалительных процессов головного мозга, последствия родовых травм там, и так далее. Если так или иначе имеют сотрясение или травмы, надо обращаться к неврологам, психоневрологам, которые должны поставить тот или иное заключение, могут ли ваши травмы влиять на работу автономной нервной системы. Если нет, значит все good. Теперь дальше по поводу страха. Страх человеку дан как эмоция во имя спасения. Вы это написали. Молодцы. Теперь вопрос. Можно ли умереть от самого страха? Вот как от эмоционального состояния, как вам кажется? Как от эмоции можно умереть? Как бы вам не было страшно там от панической атаки, от того, что вы сейчас считаете, что вот надо, что можно задохнуться. Большинство людей считают, что нет. Но есть люди, которые считают, что можно, потому что они где-то слышали. Вот у меня вчера в группе был парень, который как раз считал, что он говорит, я где-то слышал, что человек, который выпадает из балкона, умирает еще от страха до того, пока он упадет об землю. Я говорю, а ты у него спросил, что ли, в полете? Ты живой, нет? Вот, соответственно, вы должны понимать, да, Ром, правильно, что сам по себе страх как эмоция, она абсолютно безопасна, да никакого разрыва нет. Сам по себе страх как эмоция, как аффект, да, или как эмоция страха, она по себе безопасна, как у зайца, так у тигра, за которым несется там другой тигр, как у вас, как человек на войне, когда воюет, ему страшно на войне? Людям на войне страшно, как вам кажется? В блокаду Ленинграда людям было страшно, во Вторую мировую людям было страшно? Было. Они умирали от страха? Они умирали от травм, несовместимых с жизнью, или от голода, особенно в блокаду, да?
Соответственно, вы должны понимать, что сам по себе страх, он безопасен. Возьмем такую популярную фобию, еще раз для доказательства объективного, а когнитивная психотерапия оперирует обязательно доказательствами, это очень важно, сейчас я буду это объяснять. Это такое, прелюдия, да, такая. Подождите. Вот, значит, да, вы должны понимать, что самая одна из популярных фобий – это аэрофобия. Примерно там каждый третий человек в самолете боится лететь. Сейчас в небе порядка несколько десятков тысяч самолетов. Соответственно, умножаем там каждого третьего пассажира сейчас, который в воздухе, на количество самолетов, мы получаем там примерно миллион, наверное, плюс-минус людей, которые сейчас в данный момент испытывают большой страх, находясь в самолете. Несмотря на это, людей из самолета вперед ногами не выносят. Боятся они лететь или не боятся. Но если бы страх был так опасен, то из миллиона людей, которые каждую секунду боятся в самолете, наверное, хоть ну, кто-нибудь да, скончался от страха хоть когда-нибудь. Но этого не происходит. Объясню почему. Сам по себе страх – это инстинкт. В природе и в организме человека имеются надпочечники и определенные железы в головном мозге, которые создают нам эти инстинктивные вещи, такие как страх, например. Да? Там еще есть половое влечение, инстинкт, там пищи, там бла-бла-бла, это сейчас не важно. Возьмем такую эмоцию, как страх. Они создаются нами специально, не для того, чтобы нас загасить, а для того, чтобы нам помочь. Но вот животный мир умеет этим управлять, а люди не всегда. Соответственно, первый тезис, который вы должны сейчас для себя понять, что сам по себе страх, как бы ярко выражен он не был представлен, он абсолютно безопасен как эмоция. Теперь вопрос, когда люди умирают от страха? Люди умирают от страха не от самого страха и не от самого факта страха. Люди умирают от телесного состояния патологического, которое несовместимо с жизнью. Страх здесь является лишь фактором и фоном этих событий. Возьмем, например, бабушку с тяжелой ишемической болезнью сердца, с поражением аорты коронара, с закупоркой сосудов головного мозга, с полным органическим поражением сердца, износом сердца сильным, старческими болезнями. Такой бабушке, к сожалению, уже в принципе все равно, от какой эмоции умирать. Либо от эмоции радости, либо от эмоции страха, либо просто во сне, либо от того, что она там идет по улице. Она не умирает от страха, она умирает от болезни. Соответственно, страх является лишь фактором, который эту болезнь так или иначе просто может утихчить прогноз, так сказать, да? Или спровоцировать. Соответственно, если вы прошли полностью кардиологическое обследование, в данном случае мы говорим про сердце, и врачи не диагностировали у вас ишемической болезни, тяжелых органических поражений, закупорки аорты коронаром, аорты коронара, закупорки сосудов, у вас не показана острая хирургическая операция сердца, не стоит группа инвалидности и прочие вещи. Но есть некоторые органические, точнее функциональные отклонения, такие как там, увеличение левого желудочка, блокада левой ножки пучка ГИСа, пролапсы всякие митральных клапанов и так далее. Вы должны понимать, что эти особенности нормы в кардиологии не являются патологией к тому, что вы должны умереть уж тем более от страха и уж тем более от тахикардии. Да, потому что тахикардия, которую вы называете тахикардией, это естественная функция сердца. Неважно, сердцу от чего биться, то ли за вами бежит маньяк, у вас пульс 150, и вы бежите, то ли вы бежите у меня в тренажерном зале на беговой дорожке, где у меня девочки на этом пульсе бегают периодически, да? А велосипедисты и лыжники, вот, допустим, Олег Тиньков занимается велосипедом, да? И вот он вам может рассказать, на каком пульсе работают велосипедисты, на каком пульсе работают лыжники. Они работают много часов на пульсе выше 180, ближе даже до 200 доходит работа сердце у таких спортсменов, потому что это называется кардиовыносливость и выносливость в целом, когда человек способен на большом пульсе работать длительное марафонное время. Спринтеры работают немножко в других диапазонах, они взрываются очень сильно, но на короткое время. Футболисты, соответственно, тренируются также рвано. Ускорился, замедлился, ускорился, замедлился. И вся работа сердца, их тренировка построена на таком рваном ускорении.
там, допустим, 110, 150, 110, 150, 110, 150, 110, 150. И так очень много. Наше сердце функционально на это создано, и сосуды в том числе. Поэтому ваш пульс 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, он никаким образом, 150, 160, никаким образом вашему сердцу не вредит. Это его функциональная работа. Другое дело, сейчас пойдем к третьему, что не должно быть органических поражений, не должно быть органической патологии. Теперь, что вызывает страх? Страх вызывает, вот давайте сейчас, прежде чем мы перейдем, вернемся к животным. Как вам кажется, почему у животных нет неврозов? Ну, паническая атака, в принципе, ну, не физзарядка, но... Паническая атака – это страх, не что иное. Поэтому от панической атаки так никто и не умрет никогда. И никогда не умирал, и не умрет. Эмоции не скрывают, версия такая. Они не вытесняют эмоции. Молодцы, хорошо. Но в принципе, да, нет внутреннего конфликта, верно. У животных его не может быть. Молодцы, смотрите почему. Подождите, подождите, спасибо. Эмоции переживают, естественно. Верно, смотрите, правильно мыслите. Животные искренни сами собой. Они испытывают эмоции, они испытывают инстинкты, они их не подавляют. Они могут испытывать злость, агрессию, когда их инстинкт не удовлетворяется. Например, тигр, который голоден, он испытывает злость, он испытывает эмоции, но он не в неврозе находится. Он абсолютно осознает свои чувства, он осознает свои инстинкты и старается их удовлетворить. Соответственно, тигр не может убиваться внутренним конфликтом со словами «я загрыз зайца, и я лошара от этого». С одной стороны, я зайца хочу загрызть, потому что мне надо есть, а с другой не хочу, потому что мне его жалко. Вот это, внимание, послушайте, пожалуйста, внутренний конфликт льва. Я, с одной стороны, хочу загрызть зайца, потому что мне надо есть, я голодный, у меня есть потребность, да? А с другой стороны, я зайца не хочу загрызть, потому что он хороший, он прикольный. Я буду лошарой, если я его съем. Вот такого внутреннего конфликта у тигра не будет, согласны? А у человека будет. А у человека будет. Они не то чтобы не размышляют, они не воспитываются в детстве так, чтобы подвергать определенные процессы своих. У них есть мышление, еще неплохое, между прочим. У многих животных мышление лучше, чем у людей, как показывает практика. А вы должны понимать, что у животных в детстве их воспитывают достаточно однотипно. Они не учатся осуждать какие-то вещи. Они учатся быть искренними. Мы же не говорим, что люди должны быть такими же. Просто я вам механизм сам хочу, ну, пояснить, да? Что сами по себе животные, они не осуждают то, что они делают, они не критикуют свои инстинкты и поведение. Для них это естественно. А вот у человека, благодаря собственному детству и социуму, который откладывается в их голове, возникают как раз такие штуки, которые называются осуждение. Такая штука, которую Фрейд назвал цензура, да? Такая штука, как Фрейд назвал защитные механизмы, вытеснение, там, подавление, сублимация, бла-бла-бла-бла. Вот это очень важно понимать. Очень важно. Объясню сейчас почему. Итак, первый тезис, который вы должны запомнить, страх безопасен. Второй тезис, что теперь поехали. Эмоции человека могут быть осознанными и могут быть неосознанными или подавленными. Вот это очень важно. У животных так не бывает. Вы об этом писали сегодня в чате. Животные не подавляют своих эмоций. Они их проявляют как? Они их проявляют как телесно, так и эмоционально-поведенчески. У человека тоже есть эмоции, которые он может проявлять открыто. Но проблема в том, что человеку свойственно также свои эмоции подавлять. Или не видеть этих эмоций вообще. Но видеть только что? Продолжаем. Что человеку свойственно видеть? Он не видит свои эмоции, но он видит только что? Симптомы. Ну, давайте, молодцы, давайте только не оперировать термином симптомы, а оперировать термином
Реакция. Это будет правильно. Оперировать проявлением страха, да, это тоже. Оперировать термином реакция. Теперь смотрите. У человека есть эмоция страха на экзамене. У него стучит сердце, потеют ладошки. Эмоция есть? Есть. Страх есть? Есть. Страх осознанный? Осознанный. Какая реакция телесная? Вегетативная реакция, тахикардия, потеют ладошки. Поведенческая реакция какая? Он суетится. Куда засунуть шпаргалку? Куда бы ее засунуть и поглубже, чтобы ее не увидели? Да, там, а сдам, не сдам? Навязчивые мысли, а что будет, если не сдам? А как бы мне сдать? А что вот будет? Но невроз? Невротично? Вот смотрите, невротичное проявление. Тахикардия, ком в горле, мочеиспускание, позывы в туалет. Мысли сдам и не сдам, а что будет, если завалю? Суета, куда засунуть, как списать. Невроз? Невроз. Но мы не называем это неврозом. Мы называем это как? Мы называем это «я волнуюсь перед экзаменом». Правда? Правда. Я надеюсь, здесь есть... Ну, давайте так. Возьмем два эмоциональных состояния. Так вот, вот этот экзамен, понятно, да, что телесно, эмоционально, поведенчески все то же самое. Но мы не называем это неврозом. А наоборот, осознанно. Осознанно, правильно, Валентин, да. Вы осознанно испытываете телесные реакции, вы осознанно испытываете эти мысли, вы осознанно суетитесь. Осознанно, потому что вы понимаете, что происходит, причину ваших эмоций. И, естественно, вы не обращаете на это тревожное внимание. Они для вас естественны. Это очень важно понимать. А теперь смотрите. Представьте себе, что вы идете в... Представьте себе очень сильное волнение перед экзаменом. Представили все? Пожалуйста, представьте сильное волнение перед экзаменом. Кто прыгал с парашютом? Представьте себе первый прыжок с парашютом, ваше волнение. Представьте себе волнение, когда вы летите в самолете, если вы боитесь. Любую ситуацию, где вы волнуетесь, только осознанно. Представили? Представили. Представьте себе телесные проявления, как вы волнуетесь. На экзамене сильно, в самолете, при прыжке с парашютом, телесно, ладошки, сердце, там, камы в горлах, напряжение. Представили телесно себе все? Представили себе эмоциональное состояние дискомфорта? Да подождите, подождите, просто представьте себе. А теперь сделайте такое задание. Вот все сейчас отвлекитесь на секундочку, выполните такое задание. Представили это все? А теперь поместите себя на улицу или в магазин, или... Подождите, не отвлекайтесь, пожалуйста, это очень важное упражнение. Представьте себе эмоцию страха телесную и эмоциональную, а теперь поместите себя на улицу или в магазин, испытайте все это телесно и эмоционально, но не знаете по какому поводу. Что будет? Вы испугаетесь? У вас все то же самое, что на экзамене, то, что вас никогда не пугало эмоционально, поведенчески. А потом поместите себя в магазин, испытайте все то же самое. Вы испугаетесь? Конечно, испугаетесь, еще как. Поэтому вы испугаетесь того, что на самом деле было у вас на экзамене, в самолете. Но вы испугаетесь. И испугаетесь сильно, потому что для вас кажется это неадекватным. Что это со мной? У вас будет первая мысль. Это мы взяли эмоцию страха. Теперь возьмем такую другую шкалу эмоций, как сексуальная разрядка. Если вы понимаете, о чем я говорю, да, половая сексуальная разрядка. Вспоминайте свои телесные ощущения, кто помнит, что это такое, кто еще помнит или уже, вспоминайте, что это, как это телесно. Сердечко стучит? Стучит. Кожа краснеет? Наверное. Вам жарко? Сокращаются мышцы живота, ног. Дыхание становится там каким? Таким. Есть такое? Вспомнили телесное проявление этого замечательного дела? Да, только давайте без уточнений, я вас очень прошу. Да? Вспомнили. А теперь представьте все то же самое, но вам хорошо, да, такой голова кружится, такое состояние. Вспомните вот это вот головокружение. Кто это еще помнит? Кто это еще помнит?
Вот кто еще помнит, вспоминаете головокружение и так далее, и тому подобное. А кто не помнит, обращайтесь, научим, как говорится, это лечится. Значит, да, я серьезно говорю, сейчас я могу об этом сказать пару слов, чтобы никому обидно не было просто. Подожди, Макс, спокойно. Но не обращайтесь ко мне, в смысле ко мне. Сейчас я поясню, подождите, стоп. Сейчас вы меня неправильно поймете. Вот вспомните вот это головокружение и так далее. А теперь поместите себя на улицу или в супермаркет и испытайте все то же самое. Телесно. Испугаетесь? Головокружение, жар, тахикардия. Вам же хорошо было дома в кровати? А в магазине испугаетесь, если вдруг это произойдет? Конечно, испугаетесь. Молодцы. Все, стоп. Вы испытали, что в постели, что на экзамене одну и ту же эмоцию, как телесную, так и эмоционально-поведенческую. Но на экзамене вы ее осознавали, вы ее не боялись. И в кровати вы ее осознавали, вы ее не боялись. А если вы ее не осознаете, и она происходит у вас совершенно в других местах быта, вы начинаете ее неправильно истолковывать. На этом и основана вся проблема тревожно-фобического расстройства. Именно вот вегетативного его плана, если взять. Вот это понятно? Вот этот тезис, который я вам сейчас пытался донести. Что вы телесно испытываете, все одно и то же. Одно и то же. Хорошо. Теперь давайте про оргазмы, чтобы никому не было обидно. Макс тут улыбнулся. Значит, обращаться ко мне не в плане за оргазмами надо, поймите меня правильно. Есть такое расстройство женское, допустим, называется анаргазмия. У нее есть две основные фундаментальные причины. Либо органическая, где есть иссечение высшей нервной деятельности, допустим, там, пережаты нервы, там, иссечены нервы, да, там, прерван нерв, непроводимость иннервации, да, там, к рецептору, травмы спинного мозга, травмы позвоночника и так далее. Или врожденное органическое отклонение. Это тогда психотерапия здесь нам не помогает. Давайте сейчас отклонюсь в сексуальную тему, чтобы разрядить чуть-чуть, да? Но если вы испытываете удовольствие самостоятельно, при помощи определенного вида стимуляции, а с мужчиной этого не происходит, то это говорит о том, что причина отсутствия сексуальной разрядки психологическая. А здесь есть и контроль, здесь есть и вытесненные эмоции. Эти вытесненные эмоции, как вы сейчас будете в фактической части это видеть, и создают тот самый гипертонус внутренней мускулатуры женских половых органов, который является в беременности называется гипертонус, а в сексуальном контакте называется повышенный тонус внутренней гладкой мускулатуры женских половых органов, которая не способна потом расслабиться. Если у вас внутренние органы, внутренняя мускулатура у девушки напряжена, то, безусловно, она не способна разрядиться. Соответственно, понять, почему она напряжена и что вызывает такую эмоцию, какая эмоция и что с ней надо делать, поймет психотерапевт. Соответственно, обращайтесь к психотерапевтам, это их профиль, если он имеет такую специализацию или опыт работы с этим вопросом. Могу порекомендовать замечательного сексолога, профессора, заслуженного преподавателя Института психоанализа, частого человек, который мелькает на экранах в области сексопатологии. Сейчас, по-моему, он главный сексопатолог России, а он мой преподаватель по как раз этой дисциплине. Его зовут Александр Моисеевич Полеев. Ребята, есть кто-нибудь из Института психоанализа? Напишите в чате, пожалуйста. Студенты МИПа есть? Есть студенты Института психоанализа, кто знает Полеева? Я чат открыл. Нет никого? Нету. Ну ладно. Значит, вы должны смотрите. Вот там есть такой человек. Вы можете в Яндексе набрать. Если хотите, обратитесь к нему. Если хотите, к другому специалисту. Анаргазмии женские – это его профиль. Да, соответственно, как рефлексные, так и психологические. Я боюсь вегетативных проявлений оргазма. Паника. Сейчас, подождите. У вас не из-за этого паника. Сейчас я вам объясню. И дело не в оргазме. Радуйтесь, что он есть. Значит, вот, если хотите, вот есть Александр Моисеевич, он очень известный специалист по этим вопросам.
именно женщины его интересуют, именно этот вопрос, он там углубляется детально. Вот, соответственно, любой студент института психоанализа его прекрасно знает, жаль, что студентов сегодня нету. Вот, но, соответственно, Маша, спокойно. Вот, значит, углубляется детально, это не то, что ты подумал. Значит, в проблему. Подождите, потом. Значит, да, вот, идем дальше. Вот этот тезис понятен про эмоции. О том, что они бывают вытесненные, осознанные, неосознанные. Окей. Хорошо. Теперь вот это поняли мы, да? Хорошо. Так. Теперь давайте я вам задам такой вопрос. Хотя, нет, давайте, знаете, что сделаем? Давайте сделаем... Мы продлим чуть-чуть из-за этого, да, занятия. Давайте сделаем 3-5-минутный антракт и продолжим. Хорошо? Так, отвлекитесь, чтобы вас не грузить вас. Просто отвлекитесь сейчас на что-то, походите по комнате, сделайте чайку, пройдитесь. Я пройдусь, кофейку себе налью. Чтобы просто так отвлечься от монитора. Хорошо? Так будет информация лучше усваиваться. А то 3 часа вы не выдержите. 3-5 минут перерыва. Лучше встать и походить. Окей. Ой. Собираемся, освежились, прошлись. Надо было отвлечься от компьютера, чтобы немножко сменить доминанту в голове. Так, пройтись, выпить чайку. Его заварить. Вот, идем дальше. Роль эмоций. Это очень важно. Это изучает когнитивная терапия, этим занимается институт Эллиса, институт Бека. Гештальт психологии. Это очень важно. Сейчас вы поймете, почему. Давайте сделаем такую штукенцию. Я вам сейчас расскажу на классическом примере, как вытесненные эмоции и неправильные интерпретации работают вот в той важности, с которой вы ко мне обратились. Давайте я вам задам такой вопрос. Что создают наши эмоции? Как наши эмоции образуются? Наши эмоции, осознанные и неосознанные, образуются посредством чего? Окружение. Интересно. А как это? Вот Наташа Демиденко. Вот как раз вот здесь давайте паузу сделаем. Ваши эмоции, вот смотрите, стоп. Наталья и Ирина. Вы говорите, что ваши эмоции образуются посредством окружения и происходящего. Внимание всем! Это очень важно понимать. Ваши эмоции внутри вас – это процесс, который образуется посредством когнитивной функции или мыслительного процесса. Невозможно в вашей жизни совершить вне вас какое-то действие или поступок, где вы будете испытывать эмоцию, не обдумав это каким-то образом. Валентина, Ирина, вы должны понимать, Наталья, точнее, что окружающие люди, такие как муж, дети, начальник, еще кто-либо, никаким образом не виноваты в тех эмоциях, которые у вас возникают. Все эмоции, которые у вас возникают непосредственно на окружающий мир,
или на себя, in vitro, in vivo, как в когнитивной терапии принято говорить, внутри и снаружи, да, образуются исключительно посредством когнитивной сферы. Именно то, что вы думаете, и является порождением тех или иных эмоций и дальше уже вашего поведения. Вот теперь я вам показываю слайд номер один. Давайте возьмем такую эмоциональную систему. Давайте возьмем такое эмоциональное состояние, как паническая атака. А паническая атака – это эмоциональное состояние. Смотрите. Вспоминайте, пожалуйста, напишите в чате, кто имеет паническую атаку сейчас, в каждодневной своей жизненной ситуации. Кто жалуется на панические атаки сейчас, поднимите руки, пожалуйста. А что, я чат закрыл? Блин. Что-то сегодня глючит здесь. Напишите, пожалуйста, в чате, у кого есть панические атаки. Хорошо. Поехали. Стоп. Смотрите. Вы должны понимать. Давайте сейчас я вот так остановлю пока. Смотрите. Вспомните, пожалуйста, все свои ситуации, в которых у вас возникает паническая атака. Дома, на улице, на работе, где-либо. Обстоятельства. Вспомнили? Хорошо. Вспомните ваши телесные реакции, с которых все начинается. Самое первое, допустим, вы стоите в очереди, у вас застучало сердечко, стало тяжело дышать, как-то вам нехорошо. Вспомнили? Как-то вам некомфортно вегетативно, как-то вам не очень хорошо. Это ситуации, в которых у вас есть вегетативная реакция. Вот теперь смотрите очень важный момент. Когда вы попадаете в какую-либо ситуацию, где у вас возникает вегетативное напряжение, смотрите на слайдик, телесное напряжение. Подождите, в смысле, подождите про мысли. Вы попадаете в ситуацию, ну, например, вы идете по улице, и у вас есть телесное напряжение. Вот здесь вы должны сейчас очень важно провести важное понимание того, что как-то вы начинаете думать о своем телесном напряжении. И думаете вы, вот то, что красным отмечено, что это приступ, это смертельно, а если сейчас со мной случится что-то, я упаду или умру. Вот эти самые мысли, которые вы в себе начинаете
так или иначе крутить в голове и гипертрофировать, вызывает естественную эмоцию страха. Естественную. Естественная эмоция страха является какой функцией в организме? Какую функцию выполняет страх? Вы сами сейчас себя испугали своими мыслями и сказали своему организму, что я умираю. У меня сердце, конечно, защитное, безусловно, молодцы. Если вы дали команду своему организму, собственной интерпретации, что вам угрожает жизни, ваша тахикардия 120, что вам угрожает, допустим, метро, вам угрожает, допустим, вегетативное хреновенькое состояние, вы даете своему организму какую команду? Защищайся, спасайся. Это и есть страх и адреналин. Именно эту команду, которую вы сами создаете, вы ее потом проживаете торжественно, убегая из метро, убегая назад домой, пытаясь съесть таблетки, но убегаете вы со словами «у меня приступ панической атаки». Хотя на самом деле у вас нет никакого приступа панической атаки. Вы находитесь просто-напросто в эмоции страха и паники, потому что вы уверены в том, что вы сейчас умрете или что сейчас что-то случится ужасное с вашим организмом. В чем фишка терапии с точки зрения когнитивного подхода? Именно мы сейчас говорим только про панику, исключительно про механизм паники, это всем понятно? Чтобы не случилось гипертрофированного панического приступа, как вы называете его часто, единственное, что надо научиться, это понимать и правильно интерпретировать то, запоминайте внимательно, что происходит с вашим организмом. Исключительно то, что происходит с вашим организмом, осознавать свои мысли, осознавать то, какие это мысли, пугающие, преувеличивающие, гипертрофированные, объективные или нет. Чтобы дать себе правильный, объективный ответ на вот эту мысль о вегетативном телесном напряжении, вы должны обладать знаниями. Поэтому книги Андрея Владимировича, которые вы читали, многих других авторов, вся большая часть литературы, которую вы читали по вопросам панических атак, посвящена знаниям, образованию о том, что такое тахикардия, о том, что такое функция вегетативной нервной системы, для чего эти знания в терапии тревожно-фобических расстройств. Для того, чтобы вы правильно интерпретировали телесную реакцию. Если вы ее правильно интерпретируете и говорите, что не... Вот смотрите, как ее надо правильно интерпретировать. Давайте перейдем сейчас отчасти к практическому элементу. Практический элемент он выглядит вот так. Если вы попадаете в ситуацию, где вы идете по улице, и у вас проявляется тахикардия, озноб и ком в горле, и у вас возникает мысль, сейчас умру, вдруг упаду, это приступ, вот давайте я вот так сейчас сделаю, то у вас возникает паническая атака. А если вы начнете понимать это правильно и руководствуясь логикой и объективными знаниями, и замените ваши неправильные, необъективные мысли на знания, это всего лишь вегетативное напряжение, это эмоции, которые меня не убивают. Сейчас мы эти эмоции будем находить, подождите. Это вегетативное проявление моих эмоций. В этом нет ничего страшного. Бояться нечего. Страх никого не убил, и эмоции тоже. Вы должны научиться давать, это первый шаг, это если у кого паническая атака, да, бывает. Вы должны просто понимать, что сама по себе паническая атака не является неврозом, вообще даже капелькой. И говорить о том, что надо избавляться от панических атак, есть какие-то секретные техники и методы, это техники какие? Первая техника – это знание. Чтобы не было панической атаки, вы должны просто знать, что такое вегетативное напряжение. Паническая атака – это не что-то феноменальное, уникальное в организме. Вы испытываете панику до тех пор, пока у вас крутятся в голове мысли об опасности телесных явлений. Если вы понимаете о отсутствии телесных опасностей в этих явлениях, вы никогда не раскрутите себя до паники. У вас будут вегетативные проявления, естественно, сейчас я вам покажу почему, потому что эмоции это внутри вас есть, но никогда до уровня пароксизма вы себя не доведете.
А если у вас будут мысли, что все-таки сейчас будет плохо, тогда у вас это будет. Вот этот понятен блок, вот здесь вот, вот в этом понимании того, что надо на первом шаге просто-напросто научиться пользоваться объективными знаниями о том телесном, что с нами происходит. Теперь надо понимать следующее, что ни у кого не задался вопрос. Ребят, посмотрите, пожалуйста, на этот слайд. Посмотрите на него внимательно. Подождите, хватит писать. Посмотрите на него внимательно. Какой вопрос хочется задать вот здесь, глядя на вот эту страшилку, которая нарисована? Какой хочется задать логический вопрос здесь? Ни у кого не возник вопрос. Вот. Что-то не хватает здесь, да? Новые мысли я вам сейчас сказал в таблице. Правильно, Юля. Почему возникает вот это телесное напряжение? Да, Антон. Почему возникает вот это, черт побери, начальная стадия, да? Вот мы идем в магазине, мы идем на улице. Вот правильно говорить, правильно мыслить. Вспомните, что я рассказывал вам про оргазм, который вы не знаете, или про страх, который вы не в курсе. Пишем или запоминаем. Пишем прям под диктовку, что мое телесное напряжение в автобусе, дома, на улице, в офисе, бла-бла-бла, является телесным внутренней эмоцией, которую я пока что не вижу. Является внутренним проявлением эмоций, которые я пока не вижу, а вовсе не приступом. Вот это телесное напряжение – это естественное, здоровое, телесное проявление внутренней подавленной эмоции, а вовсе не приступ. Кто-то меня просил на спрашивай.ру сказать про бессонницу. Туда же. Ваша бессонница и суета, и вегетативное напряжение – это внутреннее проявление подавленной эмоции. Пишем дальше. Внутренние подавленные эмоции проявляются в виде телесных феноменологических реакций, проще говоря, вегетативных. Второе. В виде поведения невротического. Невротическое поведение у нас какое? Суета, ритуалы. Какие-то невротические действия, связанные с тем, чтобы успокоиться. И мыслительные проявления. Это обдумывание, перемалывание в голове определенных мыслей. Все это есть результат того, что человека на самом деле что-то внутри очень сильно беспокоит. И внутри него подавлена эмоция. И проявляется это по трем стадиям. Сейчас мы говорим про телесное в данном случае. Потому что мы должны с вами работать с симптоматикой, да, в этом плане. Понятно всем, что вот это вот по этому слайду, что телесное напряжение не является приступом, который вас накрыл. Помните вот это? Меня накрывают панические атаки на улице. Меня накрывают панические атаки в метро. Меня накрывает там-то, там-то и там-то. Нет, вас не накрывает паническая атака. У вас происходит в этом месте, сейчас увидите что. Ребят, давайте еще раз. Кто они бывают? Как, не, вы давай, давайте внимательно. Они все равно бывают. Что они бывают? Давайте запишем сейчас для, так сказать, для понимания. Паническая атака. Они бывают. Никит, включай это самое внимание. Я тебя очень прошу. Никита или Никита? Не знаю, как правильно. Включите внимание. Паническая атака не является автономным приступом, который не зависит от вас. Паническая атака – это лично ваша
созданная эмоция страха на незнание природы телесной реакции. Именно ошибочная ваша мысль о том, что с вами происходит, и запускает ту эмоцию страха, которая внутри вас творится. Сейчас я вам это покажу. Паническая атака – исключительно процесс, созданный вами. Именно поэтому многие наши клиенты на самом деле от панических атак достаточно быстро и успешно уходят. Но помните мой последний ролик? Но проблемы это не решает. Вот посмотрите на этот слайд. Почему это не решает проблемы? Вы научились мыслить объективно и понимать природу своего телесного? Научились? Вот кто так, вот кто уже так на этой стадии? Кто научился понимать природу своих телесных реакций, и у него не возникает паническая атака из-за этого знания? Давайте посмотрим. О! А мне тут говорят, что это нет, и тут куча людей болеет. Да нет. Паническая атака – это исключить… Вот, видите, как это на самом деле не тяжело? Вы должны понимать, как только вы начинаете понимать… Подождите суть напряжения. Мы. Не мы, а вы. Я понимаю, но это все равно возникает. Правильно. Не это, а эмоции возникают, то, что вы их сами создаете. Еще раз пишем. Паническая атака – это лично моя реакция на… Лично моя реакция, запятая, незнание на то телесное, что с вами происходит. Если у вас нет панической атаки, у вас все равно телесное напряжение будет или не будет. Ну вот вы не разгоняете по этому слайду себя до паники. Телесное напряжение от этого уйдет? Нет, не уйдет, оно также будет. Поэтому вот эти гуру и деятели, которые исцеляют от панических атак, не понимают очень главной и большой проблемы, что сам факт панической атаки, наличие ее или отсутствие, не является показанием или не показателем невроза. Паническая атака – это исключительно когнитивный процесс, который либо запускается страхом за собственное здоровье или за последствия этой панической атаки, сейчас вы это увидите, либо нет. Проще говоря, эмоция либо создается, либо не создается. Вот и все. И нету здесь ничего гениального, и никаких секретных методов по исцелению, которые я придумал, это метод, который вас исцелит, это все херня. Паническая атака – это исключительно незнание того процесса, который происходит с вами в организме. Если вы это понимаете, если вы даете себе ответ, что это эмоции, вот у нас практическая часть, да, вернемся сюда сейчас. Что если вы даете себе, как бы вам не было хреново, как бы у вас не стучало сердце, как бы у вас не было головокружения, вы говорите себе, что «Мася, не бойся». Это обычная вегетативная реакция на эмоцию, которую ты сейчас будешь искать, которую Лёша тебе научил, как искать. Сейчас мы будем это учиться делать. Не бойся. Это телесная реакция, от которой никто не умер и ничего не случилось. Вот пока вы стоите на этом пути, вот у меня есть группы, да, их немало, их порядка сейчас занимается 6 групп. И ребята, там разные у нас стадии уже. Вот в начале самая главная задача наших клиентов – это чтобы они поверили вот в то, что является их телесным. Кто вот правильно и быстро верит и понимает в то, что с ними происходит телесное и эмоциональное проявление, они безумно быстро теряют панику. Они очень быстро теряют панику. Кто сомневается и говорит, а вдруг все-таки это как-то мне может угрожать? А вдруг Красиков меня обманывает? А вдруг это все, все-таки какая-то галактическая проблема? Вот те люди достаточно могут долго удерживать эту панику, но в конце концов, либо я, либо еще кто-либо им все-таки объяснит, что эта телесная реакция не является опасной. И люди научаются понимать это как не опасно. Упражнение важное здесь для панической атаки.
пишем вот к этой таблице. Вы не должны убеждать себя в том, что у вас нет вегетативных реакций. Не надо себя обманывать словами «нет», «у меня все хорошо», «все нормально», «я не умру», «это все вот нормально». Не надо так делать. Не идите против ветра. Надо наоборот сказать «да». Вот смотрите, четвертый ответ. «У меня есть вегетативная реакция», «у меня вегетативное проявление эмоций», «это правда». Но в этом нет ничего опасного. Это естественное эмоциональное проявление на телесном уровне. Кто читал такого дяденьку, которого зовут Вильгельм Райх? Одного из основоположников телесно-ориентированной психотерапии. Есть кто-нибудь, кто читал Вильгельма Райха или изучал телесно-ориентированную психологию? Нету, да? Вот вы должны понимать, что вся телесная психотерапия, хорошо, осознать и принять свой страх, позволить ему быть. Ну давайте так, просто позволить ему быть, вот это хорошо. Вы не должны сопротивляться вашим, сейчас пока не про страх, вы не должны сопротивляться тому, что с вами происходит телесное проявление эмоций. Вот это первый этап, понятен всем, я надеюсь. Хорошо. Вильгельм Райх и телесная терапия говорит о том, что те или иные мышечные зажимы или феномены в теле происходят как раз от того, что ваши подавленные эмоции выходят через тело, как через резонатор. Паническая атака является всего лишь навсего моментом, как вы поймете этот резонатор. Если вы понимаете то, что эмоции, которые у вас проявляются на экзамене, естественные, у вас нет на экзамене панической атаки. Если вы понимаете свои телесные эмоции как опасные, допустим, в магазине, то у вас будет паническая атака. Вот это всем понятно, грань между наличием панической атаки и ее отсутствием. Что если вы понимаете природу, то у вас не будет, у вас будет вегетативное напряжение, у вас будет невротическое поведение, но у вас не будет паники. Теперь понятно, почему паническую атаку не так уж и сложно не начать, или не так уж сложно ее не начинать дальше, ну, создавать в своей жизни. Вы всего лишь навсего должны понять суть природных явлений тела. Вот и все. Но это ни в коем случае не говорит о том, что вы хоть как-то сдвинулись со своего невроза. Запоминайте это все. Исцеление от панических атак, ВСД. Это все херня, вот очень важная. Потому что важная фигня. Потому что паническая атака не является неврозом. ВСД, как телесная реакция, как вы сейчас видите, не является вообще проблемой. То, что вы телесно испытываете, для многих это сейчас будет удивление. Вы же подумали, что надо вот телесным как-то, да, сопротивляться. Надо как-то работать с телесными симптомами, которые вас накрывают, которые вот. А вот это. Подождите, да какой разум видит проблему невроза? Нету никакого разума, который видит проблему невроза. Подождите, не забегайте вперед. Я же говорю, сбиваете меня. Вы должны понимать, что ВСД, как телесное, теперь еще раз, да, что такое ВСД? Пишем, ВСД – это телесное проявление эмоций. Все. Сенсация, только сейчас раскрыт секрет от терапии, избавления от ВСД. Вот вдумайтесь в эту логику. Сенсация, я расскажу вам, как избавиться от телесного проявления эмоций. Вот выглядит это примерно так. Или сенсация. Только сегодня и только сейчас я вам скажу о том, как, что такое эмоциональное проявление эмоций и их телесная компонента. Но по сути дело должно быть так. Но на самом деле не так. Теперь вы видите, что стоит за панической атакой и за телесным ВСД. Это обычное здоровое проявление эмоций. И нету здесь ничего. Если вы это телесное проявление эмоций боитесь, то это паника. Если вы этого не боитесь, то это не паника, но они есть. Черту здесь можно подводить, идти дальше? Как образуется паническая атака? Давайте дальше пойдем, да? Откуда, собственно говоря,
происходит вот это наше вегетативное напряжение, стоя в магазине или на улице. Идем дальше. Идем. Супер. Смотрите. Вот мы с вами находимся вот здесь. Где у нас начинается та самая телесная реакция. У нас уже нет паники. Мы понимаем, что у нас, черт побери, это эмоции, но непонятно почему. Правда? Напишите сейчас в чате, кто не понимает сейчас, почему у него на улице, дома, в офисе вдруг возникает вот это телесное вегетативное напряжение, даже не переходящее в панику. Напишите такие люди, у которых это есть. У вас есть эмоциональное телесное напряжение, оно не переходит в панику, вы уже это поняли, паники нету. Вот как вас много. Значит, вы пришли по адресу. Супер. Смотрите. Будем разбираться дальше. Поехали. Молодцы. Смотрите. Давайте я сейчас вам так скажу, что ваши эмоции и телесные проявления рождают ваши мысли. Это понятно, да? Об этом говорит когнитивная терапия. Значит, ваши мысли и создают ту или иную эмоцию. Давайте примерчик такой приведем. У меня есть клиентка, которая жалуется на эмоцию агрессии к собственным детям. Когнитивная терапия, я как когнитивно-аналитический терапевт задаю вопрос. Скажи, пожалуйста, когнитивная терапия работает всегда с ситуациями, в отличие от психоанализа. Я задаю вопрос. Расскажи, пожалуйста, о ситуации, где ты испытывала эмоцию злости к своим детям. Она говорит, допустим, это было там недавно. Они там кидались, не слушались, вели себя достаточно плохо, не слушались меня. И меня на них очень злилась и кричала. Следующий мой вопрос я задаю. Что ты думала о том, что они делают? Она задумалась и говорит, интересно. Я думала о том, что они делают это специально. Что они специально делают это, чтобы меня позлить. Что они специально это делают, чтобы меня вывести, взбесить. Потому что они делают это вот мне назло. Дергают шторы, они сейчас упадут, карниз у нас слабый. Как вам кажется, какой я задаю следующий логический вопрос, и этот вопрос ставит ее так сильно в тупик, в тире, в осознание. Вот один только вопрос помог человеку осознать, что она делает. Почему вы так думаете? Вопрос хороший, но она говорит, я так думаю, потому что я считаю, что они надо мной издеваются, они делают это специально. Еще какой вопрос можно задать клиенту? Откуда ты знаешь, что думают дети? Ну, хорошо, а еще да, что? Что будет, если... Ну, это слишком круто, она это не поймет. Она только пришла к вам на занятие, ей надо сразу поднять, дать такой вопрос, чтобы она задумалась. Молодец, Люда, отлично. Какой возраст детей? Я задаю вопрос, а сколько детям лет? И она отвечает, 2,5. Она говорит, 2,5 года. Смотрите, вот вам классический пример когнитивно-аналитической работы. У вас клиентка. Она испытывает злость, ей это очень сильно напрягает. И есть ситуация, которую она своими мыслями понимает как, что над ней издеваются, они это делают специально, она искренне в это верит, и поэтому в ней искренне рождаются эмоции. Один мой вопрос, сколько лет детям, ставит ее в понимание того, что она... Как думает, объективно или необъективно? Рационально или нерационально? Что она думает необъективно. И именно вот эта необъективная интерпретация ситуации и вызывает в ней эту эмоцию. Трех-двухсполовинолетние дети не могут манипулировать осознанно родителями. Они вообще не понимают, что происходит. Они у нее не рождались техническим образованием и не знают, что такое карниз. Они вообще не знают, что есть карниз и есть шторы. Они совершенно думают иначе, и там совершенно другие процессы. Но наша клиентка уверена, что они делают это специально. Вот обратите на это внимание.
что именно мыслительное убеждение, а Арен Бек называет это искажением, Альберт Эллис называет это убеждением. Подождите вы про внимание. Вы должны понимать, что именно клиентка неправильно интерпретирует ситуацию. Именно эта неправильная интерпретация является основой ее эмоций. Это все поняли? Вот сейчас. То, как мысль клиентки неправильно интерпретирует ситуацию, вызывает эмоцию гнева. Все увидели, как одна только неправильно. Отлично, стоп. Следующий пример. Девушка А выходит в понедельник, открывает подъезд и ломает ноготь. И говорит, блин, вот я лошара. Теперь я буду чувствовать себя весь день уродиной. И уходит обратно домой, никуда не едет, сидит весь день дома. И плачет, и ест сгущенку. Девушка Б также выходит на улицу, открывает подъезд, ломает ноготь. Говорит, блин, ну что такое? Теперь я буду себя ненавидеть весь день. Прячет весь день руку в карман, но едет, но все время руку держит в кармане. И девушка С выходит, также ломает ноготь и говорит, ну блин, бывает, что-то как-то не задалось мне сегодня. Ну что сделаешь там, наращу там через там завтра или вечером. Одна и та же ситуация, какая между ними разница? Что они по-разному делали? Они по-разному себя вели, это понятно. Но прежде всего, конечно, они оценивали, или, как в аналитической терапии признано говорить, они интерпретировали ситуацию сломанного ногтя по-разному. Хотя ситуация одна. Но то, что я вам привел пример со своей клиенткой, или я вам привел пример с сломанным ногтем, это осознанная реакция, согласны? Это осознанно. А теперь вам пример тоже из практики, из клиентской, где у нас возникает паническая атака. Девушка пошла оплачивать мои занятия. Она занимается в группе. Она пришла в Сбербанк, где ее накрыла паника. Ну, это первая стадия, это первый месяц. Буквально второе занятие. Ее накрывает паника. Она там как-то выходит, дышит, 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 приходит все-таки потом, когда было поменьше народу. Как вам кажется, давайте такой вопрос. Давайте проследим то, как наша девушка себя ведет. Смотрите, она приходит в Сбербанк, и у нее возникает телесное напряжение. Смотрите на этот слайд, все его видят. Хорошо. У нее в Сбербанке. Я говорю, что ты думаешь в этом Сбербанке? Она говорит, я стою в очереди, там много народу. Я говорю, что ты думаешь в этом Сбербанке, когда ты стоишь? Она говорит, у меня начинается вегетативное напряжение. Я говорю, хорошо, что ты думаешь дальше? А тут она делает следующее. Вот это практическая часть. Мы переходим к практической части, продолжаем практическую часть. Смотрите. Я ей говорю, только я тут пример на улице взял. Она стоит в Сбербанке. Я говорю, что ты думаешь? Она говорит, что мне сейчас станет плохо. Я говорю, и что будет, если тебе станет плохо? Это как раз вот на этом основывается мой DVD-курс, кстати. Она говорит, все увидят, как мне станет плохо. Внимание! Я задаю следующий вопрос. Какую эмоцию ты испытываешь, когда ты думаешь о том, что все увидят, как тебе станет плохо? Она задумывается и говорит, мне будет очень стыдно и страшно. Стоп. Пишем. Давайте другую ситуацию. Девушка стоит на кассе в магазине. Ей вегетативно нехорошо. Я ей говорю, что ты думаешь о том, что сейчас происходит? Подождите, подождите. Девушка стоит на кассе в магазине. Ей вегетативно нехорошо. Я ей говорю, что ты думаешь в этой ситуации? Она говорит, мне вегетативно хреново. Я говорю, что будет, если тебе станет хреново? Она говорит, мне придется попросить о помощи и как-то проявить внимание. Я говорю, что ты думаешь о том, что тебе придется проявить внимание? Это ужасно. Я не должна проявлять внимание и просить о помощи. Какую эмоцию тебя вызывает то, что тебе придется попросить о помощи или произвести внимание? Мне будет очень стыдно. Я не должна производить такое впечатление и просить внимания.
Все это услышали? Пишем важный момент. Мои телесные реакции в магазине, на улице, в офисе и еще где-либо являются эмоцией на ту ситуацию, в которой я нахожусь. Вот вам упражнение. Вспомните, где у вас где вы испытываете вегетативное напряжение, и задайте себе вопрос, о чем вы там думаете, что мне сейчас станет плохо. И вот тут надо смотреть, если вы на первой стадии, то вы будете думать о чем? О ваших телесных реакциях. Согласны? Но если вы уже на второй стадии, и вы у меня уже люди продвинутые, и у вас нет паники, то вам надо идти дальше. Согласны? Задавайте себе вопрос, что сейчас происходит? Я на улице. О чем ты сейчас думаешь? Что меня сейчас может накрыть? Или там, допустим, хорошо, не накрыть, допустим, тут много людей, да? Или там в офисе много людей, или на улице много людей. Следующий вопрос задавайте себе. И что будет, если так случится? И тут у вас пошли ответы. Люди подумают, я покажусь глупой, я покажусь лошарой. Как я себя буду при этом вести, все увидят, что я такая-то и такая-то, то-то, 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 то-то. И задавайте себе вопрос, какую эмоцию ты сейчас испытываешь из-за этих мыслей? Мне стыдно, страшно, там, или чувство вины, вы что-то в себе найдете. А теперь давайте себе сразу ответ. Зайка, вот именно вот это, где это? Вот именно вот это телесное напряжение, с которого у тебя все и начинается. Это и есть та самая эмоция, которую ты никогда не осознавала, что на самом деле ты испытываешь стыд, страх и прочую подавленную эмоцию в магазине в очереди. Ты уже приходишь в магазин, в тебе уже есть эта эмоция, это и есть социофобия. Когда в тебе уже эмоция эмоциональных и поведенческих последствий или оценка этого, и является тем самым вегетативным напряжением. И это вовсе не болезнь, которая вас никак не может отпустить. Болеете вы вот этим. Вы ситуации интерпретируете благодаря своим мыслям таким образом, что вызываете в себе эмоции стыда, страха, вины и так далее. А уже это потом и является вашим вегетативным и телесным проявлением, которое вы так сильно боялись. Ну а дальше вопрос, если вы это правильно поймете, то паники не будет, но оно будет и так далее. Теперь как мы с этим доработаем? Вам домашнее задание, каждому. Это есть в методичках, собственно говоря, да, ребят. Это у нас упражнение номер один, ситуация, место, мысли о здоровье. Соответственно, упражнение номер 2, таблица номер 1, ответ, и таблица номер 2. Здесь у вас проработка идет. Смотрите. А вот я об этом как раз вам и говорил. Еще раз тезисы, что вот это телесное проявление, с которым вы обращаетесь уже без панических атак, является ничем иным, как неосознанные эмоции в каких-то ситуациях. Хотите, я вам на себе, на своем примере расскажу? Поехали. Допустим, 2006 год, я в ресторане, у меня панические атаки. Есть у вас таблицы? Перестаньте. Я в ресторане, 2006 год. Надо понимать, что я думаю. Я в ресторане. Что происходит? Я ругаюсь с директором. Какая мысль? А вот тут у меня были мысли такие. Они не ценят мой труд, они не оценивают меня. И что будет, если это происходит? У меня мысль такая, что это все ужасно, это все неправильно и так далее. Какую эмоцию это вызывает? Злость, агрессию.
как злость и агрессия, вытесненная к этим обстоятельствам, проявляется в моем теле. Пишем. Люди меня не ценят, они все суки и уроды, не такие, как мне надо. Как эта вытесненная эмоция проявляется в моем теле? Она проявляется в виде тахикардии. Нет, никакой не панической атакой. Какой панической атакой? Она проявляется сначала в виде тахикардии, в виде подъема артериального давления, в виде общего вегетативного напряжения. А затем это вегетативное напряжение я как интерпретирую? Ой, что это со мной? И начинается торжественная паника. Вот и весь секрет. И нету здесь ничего феноменального, удивительного. Ваша задача просто-напросто увидеть то, какие эмоции сейчас в конкретной ситуации рождаются в вашей психике. Но чтобы увидеть ваши эмоции, надо увидеть ваши мысли. Пишем важные тезисы. Так, пишем важные тезисы. Давайте вот так. Наша главная цель – научиться осознавать свои мысли и эмоции, которые рождают телесную и эмоциональную реакцию. Это очень важно. И второй важный тезис. С сегодняшнего дня я начну быть ответственным или ответственной за свои мысли и за свою эмоциональную реакцию. С сегодняшнего дня вы должны нести ответственность. Поясню, внимание. В какой бы ситуации вы ни находились, в какой бы, как бы вам не нравились люди вокруг и то, что они делают, слушайте меня внимательно. В какой бы ситуации вы ни находились, вы должны сказать себе следующее. Слушайте. Это я сейчас решаю, как отреагировать на эту ситуацию. Это я сейчас решаю, злиться или не злиться. Это я сейчас решаю, ревновать или нет. Это я сейчас решаю, что думать. Можно сделать такое упражнение. Я разрешаю себе позлиться на тебя минут, буквально там, 1-2 минутки. Или я разрешаю себе испытывать сейчас некоторое беспокойство буквально 1-2 минуты и больше не хочу, мне это вредит. Вы должны стать хозяевом собственных мыслей и взять, вот это гештальт, кстати, об этом говорит, вы должны взять на себя ответственность за собственные эмоции. Вы должны взять на себя ответственность за тот процесс, который рождается внутри вас. Это вы, вот муж, который, давайте вот такую ситуацию, муж раскидал носки. И у женщины эмоция злости. Муж виноват с носками или кто, что у нее злость, эмоция злости? Муж и носки – это обстоятельства. То, как она интерпретирует эти раскиданные носки, является ее злостью. Она думает о том, что ты, сволочь такая, не ценишь мой труд. Я тебе все лучшие годы отдала. А вот мама меня не поддерживает, а вот начальник меня не любит, и муж такой-то и такой, а я вот такая несчастная. В общем, там много, может быть, массу вариантов, вы должны научиться это видеть, что именно ваше мышление и запускает ту эмоцию, которая потом в вашем теле преображается. Теперь к паническим атакам. Допустим, женщина испытывает панические атаки дома, клиентка. Выясняется, что ее панические атаки возникли тогда, когда они переехали в Санкт-Петербург, и муж стал много работать. Я задаю вопрос, а что ты, давайте прям по ходу терапии ходить, это была очень краткосрочная терапия, был очень легкий случай. Смотрите, она обращается с панической атакой. Я говорю, где у тебя панические атаки происходят? Она говорит, дома. Я говорю, а где была первая? Дома. Когда? Полгода назад. Я говорю, ну расскажи про эту паническую атаку первую. Это было дома. Я говорю, что ты делала? Я сидела одна. Что происходило? Да ничего, сидела, застучала сердечко, стало тяжело дышать, я вызвала скорую. Что ты еще стала делать? Я позвонила мужу.
Что ты сказал мужу? Что я умираю. Что он сделал? Он приехал вместе со скорой. Что дальше было? Они вкололи там что-то успокоительное, и муж и скорая уехала. Через несколько дней это повторилось. Что ты стала делать? Я опять вызвала скорую, позвонила мужу. Что ты сказала мужу? Что я умираю. Понятно. Как он стал к тебе относиться? Он стал мне периодически звонить и спрашивать, как я себя чувствую. Хорошо. Как складывалась ваша жизнь до этих первых приступов? Мы переехали в Санкт-Петербург. Его перевели на новый филиал, открывать там какой-то филиал дополнительный. Что ты думала об этой ситуации, когда вы переехали в Санкт-Петербург? Вообще не хотела ехать. Вообще мне этот город не очень нравится, климат специфический, и у меня нет друзей. А он много работает, и часто даже по выходным. Что ты чувствовала в этот момент? Я чувствовала, что он отдалился от меня. Я чувствовала, что я ему становлюсь не нужна. Что ты еще чувствовала? Я чувствовала, что у него может быть кто-то есть. Что ты чувствуешь, когда ты говоришь об этом сейчас? Мне больно это говорить, потому что мне кажется, что это правда. Ты говорила с ним об этом? Да, я пыталась ему это я вспоминаю, вам рассказываю. Да, я пыталась с ним об этом говорить, но он очень уходил от разговоров, и у нас разговор на эту тему не получался. Что ты думаешь о себе, когда ты сидишь дома одна, и его нет на работе? Что я самый несчастный человек на свете, что я делаю много, и моя жизнь проходит мимо, а он безучастен к этому. Окей. Сейчас я вспомню, что я там дальше делал. Хорошо, я говорю, вспомни, пожалуйста, когда у тебя возникает вегетативное напряжение. Вообще оно у меня возникает утром. Как только я открываю глаза, у меня сразу начинается вегетативное напряжение. И иногда дома возникают панические атаки. Вспомни, пожалуйста, когда тебе становится легче. Подождите, комментаторы. Вспомни, когда тебе становится легче. Вообще мне становится легче на выходных иногда. А что происходит на выходных? На выходных муж рядом. А когда тебе становилось легче, когда у тебя начались панические атаки? Когда муж был рядом? Да, вы знаете, когда он рядом, у меня спокойнее и увереннее. У меня нет паники. А когда его нет, мне хуже. Ты видишь, что отсутствие и наличие мужа в твоей жизни как-то влияет на твою физиологию? Да, действительно, вижу. Ты видишь, что ты ему звонила, когда тебе были панические атаки? Да, действительно, вижу. Как ты думаешь, о чем бы это могло говорить? Ну, похоже, я пытаюсь сделать так, чтобы он был чаще со мной. Как ты думаешь, почему тебе это так нужно? Мне грустно и одиноко. Ну, то она начинает повторять то, что она говорила. Я говорю, как ты думаешь, давай поищем эмоцию, которая вызывает у тебя телесное напряжение. Ты сидишь дома, что ты думаешь? Я думаю, что он меня не любит. Ну, дальше вы все же поняли наверняка, да? Там была эмоция о том, что он ее не любит, она брошена, у него кто-то есть в Петербурге, он про нее забыл, подруг нету, грусть, тоска, обида. Все это синтезируется в такой большой внутренний обидный ком, который она не может проговорить и разрешить. В итоге так или иначе образуется невротический симптом. С какой целью, кто понял? Ну, тут очень простой случай, я говорю, это была очень быстрая терапия. Сейчас скажу, как она вылечилась. Все логично. Какая задача, функция, симптом ее, какая функция невроза? Ну, не привязать, обратить внимание мужа, конечно. Наконец-то мужу маякнуть, что зайка, вообще мне без тебя хреново, вообще мне плохо без тебя. Скажите, пожалуйста, стойте, подождите. А она могла сказать словами о том, что ей плохо? Словами могла это выразить, как вам кажется? Ну, чисто теоретически могла, да? Но она этого не говорила. Как вам кажется, я ей когда спросил, почему ты подробно мужу не говорила о том, что ты чувствуешь? Как вам кажется? Боялась. Молодец. Она боялась сказать мужу, потому что считала, что это проявление ее слабости, какой-то вот странности, и он от нее уйдет и подумает, что она какая-то нытик там, ну и так далее. В общем, она не могла объяснить словами это мужу. А муж еще и не понимал намеков. Вот вам внутренний конфликт. С одной стороны, мне плохо, и я хочу поделиться этим. А с другой стороны, не хочу, потому что он меня не поймет или не понимает. И вот вам противоречие. И когда этот внутренний конфликт не способен разрешиться в ее психике, она призывает на помощь тот самый невротический симптом, то, что мы называем назначением или вторичной выгодой образования. Когда симптом, пишем,
симптом берет на себя функцию решения внутреннего конфликта. И вот у этой клиентки этот симптом взял на себя очень простую функцию. Он попытался заменить. Симптом попытался взять на себя функцию ту, которую должна была взять на себя клиентка. И исходя из этого, эта шахматная партия была очень простая. Я просто научил ее брать на себя функцию симптома. Что я сделал, как вам кажется? Все очень просто, я говорю. В данном случае это было легкое паническое расстройство, это было несложно. Хоть там было полгода-год, но это было сам психогенез был очень простым. Конечно, там было детство, могу вам про это рассказать, но сейчас это не столь важно. Что я сделал с ней? Как она вылечилась? Как она взяла на себя функцию? Да, во-первых, я поговорил с ее мужем. Я объяснил мужу суть того, что происходит с супругой. Муж оказался благо человеком вменяемым. Он все очень хорошо и эмоционально понял. Они начали говорить вместе. Мы сначала поговорили втроем. Я научил ее тому, что нету ничего страшного в том, чтобы делиться своими чувствами. Пишем, сейчас упражнение дам, которое я ей давал. Сейчас, подождите, не отвлекайтесь, если я забыл, а то забуду. Дам вам сейчас упражнение, которое она делала, которое ей очень сильно помогло и помогает моим клиентам часто. Она научилась говорить с мужем, они научились понимать друг друга. Он стал более теплым к ней, она стала более искренней в своих чувствах, выражать эти чувства к нему. И функция симптома что сделала? Симптом ей теперь нужен, чтобы выражать это, проявлять? Нет, симптом ей не нужен. А когда у симптома нет невротической функции, он у клиента и тает, он теряется. Поэтому мы это называем дарит симптом. Клиенты дарят симптомы тогда, когда симптом уже ничего в их жизни не решает. Вот и все. То же самое касается ОКР, то же самое касается ритуалов и так далее. Когда это доминирующая смена доминанта, навязчивая мысль, стоит решить внутри человека этот конфликт, и когда он его найдет способы решения этого конфликта либо через разговор, либо через какие-то действия в своей жизни, у симптома теряется функция, и человек выздоравливает. Все. Все очень несложно, и нет тут никаких секретов. Просто это надо правильно объяснять и доносить до людей, и иметь аналитическое образование. Вот, а не прочитать 2-3 книги и назвать себя специалистом. Значит, можно еще сказать на тренинг двухдневный, назвать себя специалистом. Вот, значит, это наработка, о которой я вам так легко рассказываю, она же не дается вот в институтах, это практика. Это люди. Упражнение, спасибо. Пишем, значит, упражнение на выражение эмоций. Когда вы сделали вот эту табличку и сказали, что да, действительно, я подавляю в себе обиду, я подавляю в себе там это, допустим, к мужу или еще к кому-либо, или там к себе. Есть такое замечательное упражнение, которое я дал этой своей клиентке. Пишем. Называется оно «Ты знаешь, если честно». Это из гештальт-психологии упражнений. Поэтому я и говорю, что сегодня современный подход к психотерапии, он очень интегративный. Это не психоанализ. Психоанализ вообще сегодня, он не применяется. Понимаете, психоанализ – это фундамент образования. А на него ставится много разных модальностей, которые так или иначе перемешиваются. Вот это часть гештальт-психологии. Упражнение называется «Ты знаешь, если честно». Пишем. Ты знаешь, если честно. Ты знаешь, если честно. Потом пишем. То, что ты делаешь, или твой поступок, или твои слова. То, что ты делаешь, твой поступок, или твои слова. Меня. Там обижают, или там злит, или я злюсь, когда ты это делаешь. Ты знаешь, если честно, твой поступок или твои слова меня там обижают, злят или еще либо что-то. И тут очень важно. Потому что я чувствую себя
И вот тут очень важно это упражнение правильно доделать. Не просто сказать, ты знаешь, ты бесишь меня, а потому что во мне возникает чувство, и вот тут очень важно, какое? Как будто ты стал холоден ко мне, как будто я стала тебе меньше интересна, как будто ты пытаешься со мной соревноваться. Ты знаешь, если честно, меня раздражает то, что ты сейчас делаешь, потому что, мне кажется, ты пытаешься меня провоцировать. Ты знаешь, если честно, мне обидно твои слова слышать, потому что, мне кажется, ты пытаешься меня обидеть. Ты знаешь, если честно, мне обидно видеть твои разбросанные носки и трусы, потому что, мне кажется, что ты не ценишь мой труд домохозяйки. Ты знаешь, если честно, мне кажется, между нами есть некоторая недоговоренность. Я сейчас сижу и чувствую себя неуютно за столом. Мне кажется, ты на меня за что-то обижаешься. Мне неуютно от этого. Ты знаешь, если честно, ты знаешь, если честно, я сейчас чувствую себя не очень комфортно. Такое ощущение, как будто мы что-то недоговариваем друг другу. Мне от этого некомфортно. То есть упражнение, оно, в принципе, очень хорошо для семейной пары подходит, потому что оно достаточно искреннее. Кто имеет семью, должны понять, что чем искренне вы будете объяснять природу своих эмоций и природу того, что внутри вас происходит, тем дольше продлится ваш брак, и тем вы будете гармоничнее. Вот это и есть та самая гармония, о которой я вам так часто говорил. Потому что если вы начинаете в себе это давить, молчать, зажевывать как-то, оно же копится, понимаете? Во-первых, она копится телесно, потом будет у вас выплескиваться. И вы придете к там, вашему покорному слуге или еще кому-то со словами «Доктор, помогите, у меня ПА». Либо еще куда-либо. Понимаете? Сейчас, подождите, если не работает, сейчас я расскажу. Вы должны понимать, чем искреннее вы будете в своих чувствах и в своих мыслях, если вы будете понимать и осознавать свои эмоции, я сейчас испытываю это, я сейчас думаю это. Вот как гештальт с когнитивкой синтезируется очень хорошо. Гештальт про чувства, когнитивка про мысли. Смотрите, если вы научитесь вот благодаря вот этим таблицам правильно интерпретировать, что вегетативное, что понимать, откуда образуются у вас эмоции, и научитесь правильно выражать эти эмоции, правильно с ними поступать, находя абсолютно правильную интерпретацию. Допустим, вот эта история со Сбербанком, да, которой девочка пыталась оплатить занятия. Она нашла эту историю стыда и страха. Какой у нее должен быть ответ? Люся, не волнуйся. Было бы лучше, если бы ты производила на всех вот... Кстати, там вот Максим вам написал, что можно будет приобрести вебинар по социофобии. Там есть вот эти техники, просто не хочется их повторять тысячу раз. Люся, было бы лучше, чтобы все люди оценивали тебя хорошо, и ты не показалась какой-то странной. Но всякое может быть в жизни, ты имеешь право быть такой или такой. Какой аргумент за то, что ты покажешься странной? Тебе кто-то об этом сказал? Нет. Ты просто боишься быть какой-то нелепой. То есть надо понять, чтобы Люся взяла на себя ответственность, что на самом деле люди в нее яйцами не кидают в этом Сбербанке, а что она боится собственных мыслей, что кто-то что-то увидит. Там у нас интегрируется принцип светофора. Да? Смотрите вебинар по социофобии или в методичке, что каждый человек может быть красным, зеленым и желтым. Надо дать право людям. Что кому-то она понравится, кому-то нет, кому-то будет все равно. Надо интегрировать принцип зеркала, что мои мысли о себе сейчас в этой ситуации, что я буду там такой-то, такой-то, это мои проекции, но это не мысли других людей. Это тема социофобии, есть отдельная тема. Так вот, про эмоции, да, продолжаем. Первая вот эта важная часть – это научиться осознавать свои мысли и осознавать те внутренние эмоции, которые это вызывает. Второй тезис – вы должны взять на себя ответственность за то, в каком психоэмоциональном состоянии вы находитесь. Хотите вы злиться на этого человека? Злитесь. Не нравится то, что он делает? Вот про меня там пишут много чего интересного в интернете, разного. Но если я хочу злиться на эту тему,
Наверное, я могу злиться, но смысла злиться я не вижу. Я себе как бы, я не закипаю в этом плане. Я могу написать, что они придурки, там, допустим, если захочется. Но я сейчас редко это пишу, да, там, ну, как бы стараюсь корректно делать это, если и то очень редко. А, когда время есть, допустим, могу там на три буквы какой-нибудь послать, на спрашиваю, почему я так могу делать? Потому что у меня нет задачи всем понравиться. Потому что задача всем понравиться – это невротическая задача, согласны? Вы не должны нравиться всем. Вы должны быть таким, какой вы есть. Нравитесь вы, не нравитесь, это уже дело восьмое. Надо понимать эту штуку. Поэтому, первое, научиться находить свои мысли. Что сейчас за ситуация? Как, что я думаю? Что будет, если так случится? И вы увидите затем, вот за этими вопросами, что внутри вас есть эмоции. Когда вы эту эмоцию увидели, вы должны взять на себя ответственность. А хочу я сейчас стыдиться этого или нет? А чего я боюсь сейчас конкретного? Обстоятельств, которые реально происходят, или мои мысли меня пугают? Меня пугают мои мысли. Следовательно, я эти мысли создаю сам. Значит, получается, это я ответственен за то, что я думаю. Мысли – это не тараканы. Это если вы хотите бояться, вы боитесь. А боитесь вы либо потому, что вы не знаете, или что-то там где-то прочитали неправильное, либо потому, что вы просто не можете, не могли увидеть эту неправильную интерпретацию. Вот и все. Ты знаешь, если честно, выражать свои мысли своим партнерам и близким. Это очень важно. Вот. Что у нас еще, значит, из важного момента? Как формировать гибкое мышление с точки зрения когнитивной терапии? Давайте основу вы возьмете, у кого есть, значит, в вебинаре по социофобии, там у нас светофор, зеркало, было бы лучше. Теперь дальше. Это вот ответственность за собственные эмоции. Давайте поговорим про то, что является еще более глубинной темой. Конечно, это не тема сегодняшнего вебинара. Сегодня я вам просто хочу рассказать о том, какую важную роль в вашем психоэмоциональном вегетативном расстройстве играют мысли и эмоции. Вы увидели мысли и эмоции, как они на самом деле стоят на первом месте? Вот это получилось у вас увидеть? Что подавленные мысли, ну, подавленные эмоции в тех или иных сферах являются производящим ваши как телесные, так и поведенческие реакции. Хорошо, три человека увидело, это радует. Это очень важно. Ваши эмоции и являются той самой проблемой, с которой ваш психотерапевт работает. Ну, конечно, рвота. Рвота – это механизм индукции, это отторжение. Рвота тогда, когда вы отторгаете ситуацию, вы ее не принимаете. Ком в горле, это слезы, это скован. Давайте я вам про Александера. Хотите, коль уж такая тема пошла? Давайте. Аналитическая работа с симптомом. Ком в горле. Метафора того, что у клиента есть что-то невыплаканное или несказанное. Тахикардия, гипертония, экстрасистолия повышенная, да? Это метафора злости. Человек на кого-то может злиться. Печень – это тоже злость. Соответственно, кишечник, тошнота и рвота. Как процесс, это механизм того, что человек что-то не переваривает и не воспринимает в своей жизни. Кишечные дисфункции – это то, что он не усваивает, то, что его пытаются вскормить. То есть все, Александр очень правильно сказал о том, что действительно симптом имеет очень интересную метафору, это доказано закономерно, что действительно механизм индукции, допустим, как невротическая рвота, вот то, что сейчас пишут наши гости, я так говорю 6 лет, но мужу становится... А, нет. Где это? Если не проорусь на мужа, то вечером рвота. Вот вам, да, допустим, Ира говорит, что ее тошнит, потому что она не принимает своего, видимо, мужа или ситуацию, которая происходит в их, ну, жизни. И именно эта подавленная эмоция у нее пытается выходить. Если она кричит, да, то она... как-то пытается ее выразить. А если она начнет ее подавлять, то ее начнет тошнить, потому что это внутреннее накопление начнет попытаться выйти.
Головокружение, Марин, разные бывают головокружения, их очень много, эти вертиго этих, да, начиная от невралгических головокружений, заканчивая психосоматическими и невротическими. Тут так пальцем в небо тяжело. У Александра не говорил насчет головокружения ничего. Там психосоматическая медицина рассматривается, а головокружение является симптомом, который очень, ну, широк в своем спектре. Метафоры головокружения в своей практике я четко вам не приведу, нет такой закономерности, поверьте. Но головокружение бывает при общей астенизации, когда человеку вообще в принципе субъективно его тело, эмоции настолько внутри сильные, да, эмоции же телесно бьют, да, человек. Соответственно, вот эти эмоции, которые происходят внутри, астенизируют организм, ослабляют то, что вы называете ВСД. То есть, чтобы, давайте про это ВСД, чтобы правильно справляться с ВСД, надо не справляться с паникой, надо просто обладать хорошими знаниями, хорошей подготовкой и уметь видеть свои мысли, свои эмоции в конкретных ситуациях. Теперь пишем. Обстоятельства для анализа, в которых надо делать вот эту таблицу. Значит, из моей практики я вам хочу порекомендовать следующее. Это и специалистам, так называемым, поможет в своей работе, а то они все про паническую атаку, про ВСД нам рассказывают. Вот, значит, надо понимать, что суть природы человеческого невроза заложена, в принципе, не так уж и в разнообразных пластах, потому что мы все так или иначе живем и сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Первое, внутренний конфликт может быть находиться в сфере семейной жизни. Это муж, жена, семейная жизнь, в отношениях семейных, так сказать. В отношениях бытовой какой-то ситуации, быта. В отношениях финансов, в отношении карьеры и личного роста в этом на работе, то, что вы там делаете, в отношениях собственной внутренней реализации как личности, в реализации поставленных целей, в, как вам сказать это, в реализации обратной связи, что ли, давайте вот так, в реализации обратной связи, допустим, вы сердобольная домохозяйка, делаете многое, на работе тоже много делаете, а вам фигу повышения, фигу комплиментов, фигу благодарности и так далее. То есть в основном внутренние конфликты, они кроются в определенных сферах нашей жизни, которые мы очень сильно подавляем. То есть мы как бы эти ситуации видим, но мы не придаем им такого значения. А если вы начнете анализировать эти обстоятельства и подумаете, какую эмоцию вы там можете давить в себе, и какая ситуация ваших обстоятельств, это не какая-то патология. Внутренний конфликт – это естественная история внутри человека. Это абсолютно нормально. Мы каждый день себе противоречим. У нас каждый день большое количество внутренних конфликтов, как осознанных, так и неосознанных. Неосознанные конфликты вдруг они потом решаются. Они есть осознанные, которые решаются, но мы их вытесняем неосознанно, и все решаются. То есть пишем, внутренний конфликт происходит всегда и в разных обстоятельствах. Но проблема не в самом внутреннем конфликте, в противоречии. А проблема в том, когда этот внутренний конфликт не способен длительное время разрешаться. Вот только тогда он становится патологическим. Вот это очень важно. Приведите мне, пожалуйста, группа, пример внутреннего конфликта. Ребят, кто у меня в группах занимается, пожалуйста, не пишите. Пусть подумают другие, а то вы же знаете это все. Новички, кто со мной не занимается, приведите мне, пожалуйста, пример внутреннего конфликта, с которым сталкиваемся мы каждый день. Каждый человек почти. Напоминаю, что внутренний конфликт отвечает на вопрос «хочу, не хочу», «могу, не могу», «надо, не надо». Но вы его описываете, сам пример внутреннего конфликта. Ну, обычную, давайте так, ситуацию, где
О, Ира, супер, молодец. На работу надо, вот, смотрите, самый распространенный внутренний конфликт, который начинается у любого человека, с одной стороны, вставать на работу как бы хочу, потому что хочу денег и надо ехать туда, а с другой стороны, не хочу, потому что хочу поспать. Все это видят. Это, конечно, не у всех, да, есть люди, которые с радостью, но так или иначе, этот хочу и не хочу, надо, не надо, оно у нас все время может попадаться в голову. Видим этот конфликт. Второй конфликт девочкам больше будет знаком. Девушки, скажите, пожалуйста, разве не внутренний конфликт, когда вы хотите сумочку купить в магазине и стоите такая возле прилавка и говорите, блин, взять не взять, купить не купить, потратить не потратить. Это внутренний конфликт. Хочу бургер, но могу поправиться. Да, тоже верно. Хочу сапоги, а не могу. Не могу, это внешний конфликт. Хочу. Внутренний конфликт, когда вы хотите и не хотите. Допустим, хочу сапоги, но не хочу тратить много денег, потому что жалко, допустим, денег. Или, допустим, хочу туфли, но, блин, вроде как их много. Может, не брать. Может, я дура буду, если куплю 28-ю пару. Конфликт? Конфликт. Согласны? А что невроза-то нет? Ну, такого ярко выраженного. Почему? Ответьте, пожалуйста. Почему у этого конфликта внутреннего про утреннее просыпание, про сумочку, про еду, почему нету невротического сильного проявления? Думаем, думаем, думаем. Молодцы, потому что вы видите... Хорошо, хорошо, молодцы. Прям вы... Я вижу, что, видимо, те, кто ходит на вебинары, это уже не первый раз здесь. Они уже как-то вот там... Меня радует это. Вы этот внутренний конфликт, во-первых, видите. Во-вторых, вы, самое главное, пишем, вы способны его решать. Именно способность решать внутренние конфликты и имеет фундаментальную основу. Если вы способны видеть в себе эмоцию, допустим, с точки зрения вот экзистенциальной истории, да, и вы способны эту эмоцию взять под контроль, сказать, Зайка, это ты виновата сейчас в том, что ты злишься на него, было бы лучше, если бы, но я понимаю, что это так. Я не хочу злиться, я не буду злиться, ну его нафиг, я лучше пойду там что-нибудь другое поделаю. Вот тогда у вас нет никаких невротических сильных историй. Если вы хотите сумочку и не хотите, вы так или иначе принимаете какое-то решение. Можете помучиться там пару дней, да, там вот это вот как раз невротическое проявление. Но тем не менее, вы правы, он решаем. Поэтому пишем и отвечаем. Невротическая симптоматика, которая образуется в виде защитного механизма, происходит из-за внутреннего конфликта, когда он долгое время что? Первое, не осознается. Второе, клиент считает, что он не решаем ни с одной из... Ни, он не решаем ни так и не так. Вот давайте скажем вот так. Какой ПМС? Светлана, подождите с ПМС. Давайте про внутренний конфликт и ВСД. Кто о чем, о вшиве, о бане? Мы про внутренние конфликты, как их решать, а вы про ВСД и ПМС. Ну, ребят, кому что? Значит, да, смотрите, я отвлекся на ПМС. О чем я говорил? Да, если мы не решаемые внутренние конфликты. Если вы этот внутренний конфликт считаете, что он не решаем, и вы его не осознаете. Теперь внимание всем вопрос. А есть ли в группе такие люди, которые благодаря нашей совместной работе с вами, или благодаря дистанционному курсу, или вашей работе с вашим психологом, примерно понимаете, в чем вы себе противоречите? Ну, то, что вы называете осознанием внутреннего конфликта и противоречия. Есть такие? О, хорошо, молодцы. Хотите узнать, почему вы не можете его решить? Сейчас узнаете. Смотрите, почему вы не можете решить свой внутренний конфликт, даже несмотря на то, что вы его осознали. Это очень важно. Видно? Видно. Внутренний конфликт. Сейчас я человечка нарисую. Есть у всех и у каждого.
Они могут быть разные, их может быть несколько. Они все время вокруг нас. Вот так. Нарисую. Видно? Вот эти крестики – это внутренние конфликты и обстоятельства, в которых он происходит. А это вы. А вот теперь смотрите. Помните то, что мы с когнитивной точки зрения называем убеждения или установки? Это хорошо, это плохо, это правильно, это неправильно, я так не буду, я так не могу, это вообще ужасно, так не делают мужчины и так далее. Вот о чем говорит когнитивная терапия. Чем уже ваши рамки когнитивные, чем уже вы мыслите, тем, чем уже ваши способности к объективному гибкому пониманию, тем уже способность решать внутренний конфликт. Пример привести. Если вы хотите сумочку и не хотите одновременно, то это как-то вписывается в то, что я ее хочу, это нормально. И я ее не хочу, но я не куплю. И это за, я за это не лошара. Нормально. Но если ваш внутренний конфликт, например, пример вот моего пациента, я осознал, что на самом деле я не люблю свою девушку. А все идет к тому, что у нас должна состояться свадьба. И я не могу как бы ей об этом сказать, потому что буду плохим и буду себя винить за это. Но и переезжать и жениться тоже не хочу, потому что буду чувствовать себя, так сказать, уже ну, женатым, и это будет много ответственности. Он способен решить этот конфликт, хоть он его осознает? Нет. Потому что он убежден своими рамками, что этот конфликт... Нет, не способен. Он не способен этот конфликт решить до тех пор, пока у него рамки понимания решения этого конфликта. То есть у этого конфликта будут решения, да? Мы будем с ним анализировать эти решения. Мы говорим, слушай, там, Петя, а можно так решать этот конфликт? А можно так? А можно так? Чего вы думаете, ему вот это вот варианты решения помогут? Нет. Пока мой Петя думает достаточно узко, достаточно однобоко, не гибко, не рационально, он ни хрена свой внутренний конфликт не разрешит до тех пор, пока у меня не получится сдвинуть рамки его мыслительных, ну, убеждений шире, чтобы он смог разрешить себе этот конфликт решить. Понятно? Вы должны разрешить себе способы решения внутренних конфликтов, вот так скажем. Вы должны понять, что внутренние конфликты не решаются, если вы не принимаете способы этих решений. И вот до тех пор, пока вы способы этих решений не примете и не интегрируете в свою психику, никакого решения и никакой терапии невроза не будет. Вы будете читать книги, вы будете изучать психологию, учиться в институтах. Но пока вы свое мышление не сделаете гибким, пока вы не сможете принять гибкую жизненную позицию, вы не сможете найти решение этих конфликтов. Если вы двигаете рамки, это может быть интерес этой проблемы. Это для вас проблема. Это вы так ситуацию интерпретируете как проблема. И вот пока вы, Ань, интерпретируете это как проблема, поэтому вы этот конфликт, Аня, не решаете. А Жень, самому можно. Вот именно на этом, собственно говоря, оцениваю. И я и делал. И свою работу делаю, и видео снимаю, и вот дистанционный курс мы сделали, и с моими клиентами мы занимаемся. Моя задача не только вас обучить вот этой хрени, которой вы меня уже замучили, как попугай, про паническую атаку, исцеление, но и научить вас просто-напросто понимать это телесное, но и сначала справиться с эмоциями, а затем уже вы должны научиться видеть собственные противоречия. Но вы их никогда внутри себя не разрешите, пока вы слишком не гибкий в определенных когнитивных пониманиях. Вот это понятно?
Внутренний конфликт никак не действует на страх подавиться. Страх подавиться является следствием внутреннего конфликта как симптом, как фобия. Потому что страх подавиться – это смещение доминанты. Во-первых, вы все время думаете о том, как не подавиться, как не подавиться, как не подавиться, как не подавиться. Это первое. Второе. Внутреннее напряжение, которое связано у вас с процессом глотания, связано, скорее всего, с тем, что что-то в вашей жизни, возможно, муж, возможно, еще кто-либо вокруг, у вас очень сильно что-то там может происходить. И вы что-то очень сильно боитесь принять вот внутрь, да? А поэтому спазмирована и как бы напряжена вот эта часть. Соответственно, тут дело работы не со страхом подавиться и не с тем, что надо еду разжевывать там активно, а с тем, чтобы понять, что вызывает это внутреннее напряжение. То есть страх подавиться – это не внутренний конфликт, это следствие внутреннего конфликта. Вы в чем-то себе противоречите, какое-то обстоятельство жизни вас очень сильно противоречит и изнемогает, и исходя из этого образуется такой симптом, который отвлекает вас от тех бытовых условий, в которых образуется противоречие, и вы отвлекаетесь просто на этот симптом. Вот и все, вот и весь ваш страх подавиться. Как расширять рамки? Расширять рамки нужно с помощью когнитивного подхода, с помощью интегративного подхода. В принципе, гештальт и когнитивная терапия и занимается тем, чтобы ваши рамки расширить. Ведь я уже об этом говорил, но давайте я напомню, что вся когнитивная терапия рассматривает две формулы. Это есть в методичках, ребята, открывая методички, кто заказал DVD-курс. Помните модель Альберта Эллиса ABC или СМЭР-концепция? Там все это у вас есть. Давайте для тех, у кого DVD-курса нету. Значит, есть модель Альберта Эллиса, как расширять рамки ABC. A – это Activation Event, или, проще говоря, ситуация. B – это Beliefs. C – это Consequence, эмоциональные последствия. Соответственно, вы должны понимать, что это ваша ситуация, это убеждение, это C, это последствия. Ваша задача сделать ваше B более гибким, и тогда ваше последствие будет таким же спокойным. Чем жестче ваше B, тем хуже ваши психоэмоциональные последствия. Соответственно, также решаются внутренние конфликты. Внутренний конфликт не может быть решен, пока у вас убеждение, если я разведусь, то я лошара. Но пока ты думаешь, что ты лошара, если ты разведешься, ты не разведешься, будешь в противоречии. Либо перестанешь хотеть развестись, это тоже вариант. Или, допустим, какой еще конфликт, допустим? Я не могу быть откровенна со своим мужем, потому что он подумает, что я дура. Вот пока ты так думаешь, ты будешь в противоречии. Либо тебе надо расширить свое убеждение и понять, что это вовсе не так, либо перестать вообще пытаться это делать, сказать, да, я такая, и все, или принять себя такой. То есть, вот как раз об этом-то мы и говорим, да? Ну и, соответственно, русская концепция СМЭР примерно то же самое. Ситуация, мысль, эмоция, реакция. Наша задача увидеть то, что есть ситуации, допустим, банк, мысль, сейчас станет плохо, эмоция, страха, стыда, реакция, она там суетится, бегает. Чтобы не суетиться, не бегать, не было стыда, нужно взять мысль, соответственно, и мысль сделать более гибкая, более рациональную. Каким образом? Смотрите социофобический вебинар, там у вас есть, кстати говоря, по-моему, Максим, скидки есть, да? Что-то там Макс замутил какой-то ссылкой, короче, в общем. Там есть как раз принцип светофора. Кто был на прошлом вебинаре, вы это видели, что было бы лучше, если бы люди относились ко мне так. Но я понимаю, что все люди разные. Или, допустим, принцип светофора, что люди есть красные, желтые, зеленые. И я даю право кому-то нравиться, кому-то не нравится. Было бы лучше, если бы муж относился ко мне так-то и так-то. Но я понимаю, что если он относится так-то и не так-то, это вовсе не значит, что я плохая. Допустим, было бы лучше, если бы я выступала всегда успешно. Но если я ошибусь, это нет ничего страшного, это не значит, что я не ошибаюсь. То есть там очень много вариантов гибкости. Все их сейчас перечислять, ну, смысла нет никакого. Наш сегодняшний вебинар не касается вот этого. И вообще не планировал вам рассказывать про вот эти внутренние проблемы, да, как решаются внутренние конфликты, это отдельная тема. Но вы должны понять на сегодняшнем вебинаре следующее.
что вы должны сначала научиться понимать природу телесных реакций. Вот это всем понятно. Затем научиться давать ответы, понимать эту телесную реакцию и не доводить себя до паники. Это все. Если вы говорите, вот у меня есть один знакомый, он говорит, люди знают, что паника безопасна, они знают, что их это не убьет, но оно все равно есть. Естественно, потому что люди не видят своих эмоций в этих ситуациях, поэтому у них паника и есть. Вы можете паниковать в Сбербанке, потому что вы боитесь, что о вас подумают люди. Вы можете паниковать в общественных местах, потому что вы боитесь произвести плохое впечатление. Тут дело не в панической атаке вообще, потому что ваш внутренний страх – это оценка ситуации. Понимаете это? Что на самом деле вы паникуете не из-за того, что у вас паника, а из-за того, что вы думаете, что увидят, что подумают, как они ко мне отнесутся, что будет если. Но это если у вас уже мысли нету о теле, да? Соответственно, научиться видеть эмоции в ситуации и научиться думать объективно, чтобы не вызывать такую эмоцию. То есть здесь мы что имеем в виду? Что вот принцип светофора, принцип зеркала, было бы лучше, что может быть самого худшего, как это изменит мою жизнь? Найти в себе эти негибкие убеждения. Кто хочет, может потом, там в курсе есть аналитическая, да, часть, увидеть, как в себе, как вы это убеждение получили. Ну, допустим, почему интересен психоаналитический подход помимо когнитивного? Очень просто. Вы должны понять. Вот помните, я вам приводил пример с своей клиенткой, которая кричит на детей. Помните, вначале я вам приводил пример такой, где она кричит, срывается. Как вам кажется, любая ли женщина будет так понимать ситуацию? Сейчас, подождите, Алексей, ОКР, вебинар будет? Ну, думаю, что будет, да. Ну, все группы на эту тему. У меня все группы, пятимесячные, шестимесячные, мы все прорабатываем там. А как вы думаете, любая ли женщина будет так интерпретировать отношения детей, что они кидаются? Так все женщины будут? Нет, конечно. Конечно, не все. Почему не все? Потому что запоминайте или записывайте. Интерпретируете вы ситуации, что все подумают и так далее, благодаря собственному детству. Именно здесь детство и нужно. И тут один деятель сказал, зачем заниматься самокопанием, когда у человека тревожно-паническое расстройство, самокопание только. Ну, детский сад. Какое самокопание? Вы сначала должны научиться понимать свою телесную реакцию, научиться ее не вызывать, побывать в разных местах и понять, что все хорошо. Затем понять, какие эмоции вы подавляете. Затем понять, как вы думаете. Затем понять, какие конкретно мысли вызывают у вас эмоции. И вот только уже потом вы можете говорить о том, а черт побери, а почему именно я и так понимаю эти ситуации? Почему вот Вася так не понимает, а я вот так понимаю? Почему Петя так не истолковывает, а я истолковываю? Почему у меня все было как бы нормально, да, а потом меня накрыло? Хотите, кстати, я вам нарисую схему, почему у вас как бы полжизни было... Как бы не было невроза, сейчас я вам хочу глаза открыть, вы сейчас охренеете, честно, от этой схемы. Давайте я прям сразу нарисую, правда, это я не совсем это планировал. Почему у вас вдруг, вот вас накрыло, вы говорите, я заболел неврозом. Хрена с два, вы заболели неврозом, когда у вас случились вегетативные проблемы. Смотрите, в чем маркеры уже не пишут. Смотрите, в чем проблема. Вам возьмем условную ось времени. Вам кажется, что ваши панические атаки начались, допустим, там 3-5 лет назад, условно, да? Вот здесь. Они у вас начались. Видно, да? Вот здесь они у вас начались. И вам кажется, что вот здесь вы заболели. Нет, зайки. У нас есть наше детство. Где-то от 0 до 15 лет, вот здесь вот. Вот здесь, от 0 до 15 лет, формируются два очень важных элемента. Формируется личность,
формируются ваши убеждения о себе. Ну, допустим, я девочка умная, или я девочка глупая, или меня можно любить, или меня не любят, или я такая, или я такой. Есть убеждения, синий квадратик, а затем формируются до 15, то есть убеждения формируются где-то до 7, а до 15 формируются потом стратегии. Все. И стратегии формируются, отвечая на вопрос как. Как я буду себя вести, чтобы меня любили? Как я буду себя вести, чтобы быть компетентным? Или как я не буду себя вести, чтобы не упасть в грязь лицом? Или как я должна жить по жизни? Девиз Института психоанализа, что все, что вы делаете, является неосознанным порывом из вашего бессознательного. То есть все, что вы делаете, ваши работы, ваша суета, ваши вот попытки в жизни, это все ваша стратегия, которую вы имеете в своей жизни. Соответственно, в чем фишка? Вот здесь уже невроз, все, вот он невротик, вы уже готовы невротик, вот он невроз, все, вы уже в неврозе. Как только у вас стратегии сформировались, вся ваша дальнейшая жизнь является невротичной. Вопрос лишь в том, что она до какого-то времени, кто сейчас догадается, только, пожалуйста, ребят, не клиенты, пусть это делают другие люди, кто догадается, почему до определенного момента в жизни X у человека, хоть он и был невротиком с рождения, естественно, как и мы все, почему у него не было таких сильных психоэмоциональных вегетативных проявлений невроза? Почему он не жаловался никогда? Не переполнилась чаша слишком просто. Неправда. Дело не в чаше. Ситуация вот это уже теплее. Как ключ к замку, это теплее. Становится взрослым, нет. Не сталкивается с противоречием, да. Молодцы. Ну, хорошо, ситуации, да. Правильно мыслим. Что на самом деле этот человек был обречен заболеть уже ярким неврозом до тех пор, пока в его жизни не произойдут ситуации, которые будут противоречить, отвечаем чему, из того, что я вам нарисовал. Вот тут у нас убеждение, и тут у нас еще кое-что. Вот всю его жизнь ситуации как-то стратегиям. Конечно, молодцы. Теперь понятен ответ, вот эти вот у нас молодые детсадовские критики в интернете, почему люди не болеют неврозом, когда вот у всех паника, а у кого-то нет. Да очень просто. Потому что если у человека есть стратегия, которая всю его жизнь удовлетворяется, то он не будет испытывать таких серьезных невротических проблем. Но как только в его жизни начнутся ситуации, которые противоречат, или он будет их интерпретировать так, да, ситуации в его жизни, которые начинают противоречить, у него резко срабатывают защитные психологические механизмы, и начинается большая проблема. И эта проблема будет длиться до тех пор, пока его стратегии не будет. Что сделано? Возможно, конечно, этим мы и занимаемся. Конечно, это и есть главная психотерапия. Психотерапия – это помощь человеку в создании более гибких жизненных стратегий. Реконструкция, правильно, это реконструкция системы отношений, это реконструкция гибкой системы, чтобы его жизненные стратегии, его система отношений не действовала саморазрушающе по отношению к реальности. Что у вас было в детстве? Какая вам разница, что у меня было в детстве? Много чего было интересного. У меня папа главный тренер команды, поэтому я люблю спорт. Мой Эдипов комплекс, видите, как разрешился красиво. Вот, значит, смотрите, понятно, кто болеет, а кто нет. Есть люди, ребят, у которых всю жизнь вот так. У них всю жизнь их стратегии удовлетворяют. Согласны? Знаете таких людей, у которых нет вегетативных, но сильных там проблем? У них действительно всю жизнь их невротические стратегии так или иначе удовлетворяются. У них все нормально. А есть люди, у которых все было хорошо, потом бах и накрыло. А есть люди, у которых, к сожалению, у меня есть клиенты, у которых вот так. У которых даже не было эпизода жизни, где стратегии удовлетворялись. Они прям сразу пошли не так. Ну, Жень, бывает так, что
Плюс-минус. Но если человек, ну, саморазвивается как бы по интеллектуальному моменту, есть такое. Если его родители заложили, вот смотри, какая интересная штука, Жень. Если его родители заложили в ребенке гибкую систему убеждений, да, если родители заложили в ребенке правильную систему интерпретации, что в Советском Союзе невозможно было априори, вот тогда невроза у ребенка будет с меньшей вероятностью. Слушайте внимательно сейчас, пожалуйста. Ну да, сейчас мамы начнут понимать, что они делают. Если родители заложили гибкую систему оценки, если родители заложили гибкую систему понимания мира, то ребенок меньше обречен на невротическое переживание. Если мама очень директивная, нормативная, делай так, это плохо. То есть чем жестче и чем не гибче воспитывается ребенок в методе интерпретации, соответственно, тем обреченней он на невроз. И рано или поздно он у нее выстрелит, когда ситуация подойдет, как кто-то правильно сказал, абсолютно верно, как ключ к замку. Вот и все. Вот и весь невроз. А потом уже она эти телесные проявления будет интерпретировать как, соответственно, что это что-то с ней, она обратится на форум, ей скажут, что это паническая атака, что это не лечится, она просидит там 5 лет, потом ей окажется, что ей 60, и она всю жизнь просидела на форуме. Вот так оно и бывает, к сожалению. А на самом деле надо просто понимать, что... Куда-то я рано это сделал. Что есть система убеждений, не гибкая. Ира, а ну как не изуродовать свою дочь? Я вам отвечаю, что надо давать ребенку право и объяснять, что зайка, не все люди разные. Ты можешь быть такой, можешь быть такой. Кому-то ты понравишься, кому-то нет. Воспитывать в ней гибкое понимание. Во-первых, не воспитывать в ней понимание, что она плохая и только плохая, если вот так. Вот старайтесь это делать гибче. Давайте я вам сейчас поставлю фрагмент. Его наверняка слушали очень многие, но я бы хотел, коли уж у нас такая тема, да, пошла, я чувствую, что вам это нравится. Давайте я вам поставлю то, как формируются вот эти, собственно говоря, проблемы. Хотите понять это сейчас? Давайте я вам включу. Минутку. Я просто не планировал об этом говорить. Вот как формируются вот эти вот ситуации, да, вот то, что сейчас нам говорит наша коллега, как не изуродовать ребенка. Вот помним, да, что вот у нас есть стратегии, которые так или иначе. Вот смотрите, напишите, пожалуйста, в видеочате сейчас, кому интересно понять, как формируется стратегия у ребенка, как формируются убеждения. Вот Ира говорит, как не изуродовать своего ребенка, чтобы не было вот этих проблем. Чем жестче вот тут, тем скорее всего. Ну вот вы сейчас попробуйте сейчас очень эмоционально это просто понять, то, что я вам сейчас поставлю. Слушайте. Каждый ребенок может многого достичь, стать чемпионом. Мне плевать, что ты хочешь. Открыть новые планеты. Стать рок-звездой. Не лезь, куда ты лезешь! Путешествовать. Какой же ты бестолковый! Сделать карьеру. Да что из тебя выйдет? Иметь большую семью. Сколько можно? С каждым жестоким действием и словом частичка будущего исчезает. Каждый. Давайте еще раз, да, поставлю. Вот так нормально, если я так сделаю? Вот такую громкость. Ребята, такая громкость нормально? Все, слушаем. Вот так и формируются те самые негибкие штуки, которые потом приводят нас к неврозу. Каждый ребенок может многого достичь, стать чемпионом. Мне плевать, что ты хочешь. Открыть новые планеты. Отец тебе задаст. Стать рок-звездой. Не лезь, куда не просят. Путешествовать. Какой же ты бестолковый. Сделать карьеру. Да что из тебя выйдет? Иметь большую семью. Сколько можно? С каждым жестоким действием и словом частичка будущего исчезает. Каждый ребенок может многого достичь.
Танцевать. Ты хуже всех в классе. Побеждать. У тебя все валится из рук. Иметь друзей. Кто ты такая, твое мнение иметь? Стать великим художником. Не задавай дурацких вопросов. Быть самой красивой. Создать семью. Ты мне больше не дочь. С каждым жестоким действием и словом частичка будущего исчезает. Вот это маленький пример того, как формируются убеждения у маленького ребенка. Благодаря этим словам ребенок потом формирует стратегии, как она не будет плохой дочерью. Вот они золотые медали, вот они золотые кубки, вот они звездочки. Как он не будет тупым, как он не будет плохим и так далее. Если у него в жизни это получается, аллилуйя. Но как только у него начнутся косяки, это невроз. Это всем понятно? Вот это понятно всем, как формируются неврозы? Хорошо. Если была очень сильная гиперопека, слушайте внимательно, другая сторона медали. Не обязательно невроз формируется в условиях плохого социального ситуации в детстве. Бывает так, что наоборот, ребенок вырос в гиперопеке мамы, в гиперопеке папы или мамы. Тогда формируется другое убеждение и другая стратегия. И стратегия такая, что он будет пытаться эту гиперопеку повторить в своей жизни. Он будет пытаться жить так, чтобы эту гиперопеку также получать от окружающего мира. И проблема все равно будет, потому что он ни хрена от этого мира получать не будет то, чего он пытается получить от матери, например. И, конечно, отсюда и будут всякие проблемы. Поэтому гиперопека, поглощающая мать или дистанцированная мать, то есть эти две крайности так или иначе создают невротическую проблему. Если мама всегда боялась за ребенка, то, безусловно, это порождает тревожно-мнительную личность, это 100%. Поэтому ребенок будет все время потом интерпретировать, что это опасно. Но представьте себе мама, которая говорит, одень шапку, простудишься, одень шапку, заболеешь, не ешь это, не ешь это, не ешь это. Это мама-невротик. Соответственно, этот паттерн мышления будет передаваться ребенку, конечно. И ребенок потом без этой мамы будет чувствовать себя очень одиноко и очень страшно ему будет. А если были моменты гиперопеки и моменты жесткого подавления? Но, скорее всего, человек сформирует в себе такую стратегию, то ли я хороший, то ли я плохой, это будет такая, возможно, будет сформирована амбивалентность. Возможно, сформируется амбивалентность, то есть двойственное отношение к одному и тому же объекту, может быть, даже к себе. То ли я плохой, то ли я хороший, что же делать такого, чтобы быть хорошим, а в то же время вдруг я буду плохим. Если эта амбивалентность достигает большой крайности, то это очень-очень тяжело для психики. Психика не способна к одному и тому же объекту и к себе, и к людям испытывать двойственные чувства. Его начинает разрывать. Поэтому мы в нашей терапии, ребят, всегда, почему нам нужно это детство, теперь всем понятно, зачем нам в психотерапии детские отношения? Поняли? Потому что нам нужно понять, какие стратегии, какие обстоятельства детства воспитали вас определенную личность, для того, чтобы сделать вас более гибкими, чтобы вот то, что случилось у вас здесь и продолжается, вернулось опять на какую-то реализацию. У Захарова про детские неврозы. Ну да. Макаренко нет. Наверное, да. Вот это ясно. Теперь это забудем, это немножко не по теме. Наши родители. Ребят, я вас хочу очень попросить. У моих клиентов некоторых есть такая, знаете, первая история, родители виноваты. Послушайте меня, пожалуйста, сейчас внимательно. Родители ваши не виноваты в том, что они сюда вам заложили. Половина того, что они вам сюда заложили, было бессознательным. Они сами воспитывались в определенных условиях. Они сами не были подготовлены психологически. Они жили в тяжелые времена, либо в поствоенное, либо в перестройку. Соответственно, им не было до грамотного какого-то такого отношения. Они этого не знали, они делали, что могли. Соответственно, я вам не рекомендую винить родителей, но если вы чувствуете на них обиду, вам надо об этом говорить с вашим психотерапевтом. Опять же, к нашей сегодняшней теме эмоции.
вы должны разрешить себе эмоции, обиды, и с этой эмоцией внутренней как-то поступать. Но продолжать винить родителей, у кого это есть в его неврозе, не нужно. Мешок этот с обидой вот отсюда нести не нужно. Проработать эти обиды можно с психотерапевтом, упражнением, можно с когнитивным подходом, можно с гештальт-подходом, со словами, с диалог, письма там всякие. Врожденные качества, нет врожденных качеств, качества есть приобретенные. Человек учится посредством примера. Врожденные генетические особенности есть только вегетативной нервной системы. Допустим, у моей мамы вегетативная, она у меня спринтер, и у нее специфическая мышечная координация, у меня от нее такая штука. Она спринтер по природе, ну, по мышечной консистенции, по иннервации, по компоненту мышечному. У меня от природы такой же компонент и такая же особенность вегетативной нервной системы. Вот это врождение. А все остальное это приобретенное навыком. То есть человек учится посредством навыка. Юль, только так. Нерешительность и последствия гиперопеки. Нерешительность может быть и последствием гиперопеки, что мама всегда могла принимать решение за ребенка. А может быть того, что наоборот ему говорили, ты тупой, ты тупой, ты тупой, ты тупой, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь. То есть тут опять же эти две крайности, да, надо смотреть лизад. Здравствуйте, у каждого своя может быть история. Может быть наоборот гиперопека, что мама все время за ребенка что-то пытается сделать. У меня есть один такой знакомый, мы с ним вместе учились в детском садике, в начальной школе. Парню 30 лет, в 30 лет мама до сих пор звонит каждый час со словами «ты где?». А он говорит, я вот скоро приду, все. Мы с ним встретились тут недавно, разговорились на улице, час простояли, проболтали, давно не виделись. Как вам кажется, сколько раз мама позвонила этому человеку за час? 4. Со словами, где ты? Правильно, 4. 4 раза позвонила. Потому что гиперзаботливая мать сделала из него инвалида фактически. И я, конечно, но он не жалуется, он нормально себя чувствует. Во всяком случае, так себя ведет, что у него все хорошо. Он живет своей жизнью. Не женат, конечно, не женат. И не женится никогда. Понятно почему? Потому что у него мама. Другой вопрос, что он будет делать, когда мама не станет. И вот тут у меня есть некоторые подозрения о том, что он может очень тяжело заболеть. Какую литературу можно почитать по теме сегодняшней темы? Хороший вопрос, смотрите. Гештальт книги, гештальт психотерапии. Автор может быть Фредерик Перлс или его там соплеменники. Ну и когнитивная терапия Аарона Бека, соответственно, тоже. Это вот два основных момента. Карнеги, да, безусловно, но Карнеги пишет очень доступно, очень просто. Вот эта книга «Как перестать беспокоиться и начать жить», она, в принципе, настольная книга всех моих клиентов. Она очень простая, очень доступная, очень обычная, о том, что ваше беспокойство – это исключительно ваш выбор, и чаще всего этот выбор бессмысленный абсолютно. Андрей Владимирович пишет хорошие книги. Да, но я не помню книгу про когнитивную терапию Андрея. Я помню книгу про хорошие книги, там как раз объясняющие суть вегетативных проблем. Литвак. Я не читал большое количество этого автора. Я очень хорошо его уважаю, его и его сына. Но мне понравилась у Литвака-старшего книга этом самом. Психологическое айкидо мне понравилось. Хорошая работа. Действительно, она прям... Она не касается невроза в той теме, о которой мы говорили, она касается работы с нападением, с критикой, с нападением, с какими-то системами сперматозоида. Не помню про сперматозоид, там идет амортизация, принцип амортизации. Ну, о том, как амортизировать наши стрессы, нашу критику. Три ошибки. Наверное, я не читал много книг Андрея Владимировича, к сожалению. Ну, как так сложилось, я читал буквально 2-3, наверное, книги, и то это был 2006-2007 год. Я мало читаю такой популярной литературы. Я
если читают, то немножко другое сейчас. Не то, что я его книги не люблю, они очень хорошо написаны. Какую книгу пишите? Книгу? А зачем вам книгу? Что мне делать? Делать нечего, что ли? У меня и так времени мало. Я стараюсь вот видео снимать, вебинары. Зачем книга? Можно, конечно, Максим там хочет, чтобы что-то мы издали, но какой смысл? Наверное, можно. Наверное, можно. Но это, скорее всего, будет какая-нибудь рукопись для клиентов на память. Вот. Итак, подводим итог. Значит, наша задача на пенсии. Ну, естественно. По ОКР попозже. Значит, ребят, еще раз, телесные реакции надо понимать. Пересматривайте вебинар. Учимся давать и понимать ответ этим телесным реакциям, что это вовсе не смертельно, а что это где у нас? Вот этот ответ, да? Что это всего лишь вегетативное напряжение, которое идет вследствие их эмоций, которые себе подавляют и безопасны и так далее и тому подобное. Это поняли. Дальше мы говорим о том, что надо научиться видеть скрытые эмоции. Запоминайте, в каждой ситуации, где у вас так или иначе проявляется вегетативное напряжение, вы что-то думаете. Задаем себе вопросы по принципу, что ты думаешь в этой ситуации, что будет, если случится то, что ты думаешь, и тут вы увидите эмоцию и говорите себе, ага, вот оно почему тебе сейчас так суетливо, вот почему ты не спишь, вот почему. Когда вы это увидели, вы делаете следующее. Вы говорите себе, надо научиться думать объективно. Как об этом можно думать более гибко? Вот, и вот эта вот более гибкая тема будет касаться непосредственно той ситуации и тех мыслей, которые вы в себе найдете. Те ребята, у которых есть дистанционный курс, там есть вот эти все вопросы. Соответственно, мои клиенты в группе тоже это все прорабатывают, потому что это касается непосредственно тех мыслей, тех ситуаций, которые вы напишете в этой таблице. Сейчас все варианты гибкого ответа написать нельзя. Тех, у кого нет, советую вам хотя бы посмотреть вебинар по социофобии. Если вы его смотрели, хорошо, поднимите руку. О, простите, я привык так. Напишите, кто смотрел вебинар по социофобии, скажите, что вы думаете об этом. Вот прям экспромтом таким. Кто смотрел вебинар по социофобии, светофор, зеркало, кому понравилось? Напишите плюсик, кому понравился, кто он считает полезным. О, спасибо. Вот кто не смотрел вебинар по социофобии, соответственно, рекомендую вам его посмотреть. Он есть у нас в интернет-магазине. По-моему, Максим там даже какую-то акцию сделал. Максим, напиши, пожалуйста, что ты там натворил. Он мне что-то вчера писал с этим вебинаром, какую-то ссылку будет доступна. Я реально не знаю. Макс занимается всеми этими делами. Я занимаюсь клиентами. Мы с ним очень делегировали правильно, как мне кажется, сейчас отношения. Я не знаю, что он там намутил вчера. Что-то он там, короче, сделал, что есть какой-то доступ. В общем, не знаю. Давайте потом он сам с вами свяжется. Мучите Максима, меня, пожалуйста, так, частично. Ребят, давайте сейчас потом про вебинар. Задайте, пожалуйста, мне вопросы по эмоциям. Я вас очень прошу, и мы должны закончить. Эти техники, да, конечно, подойдут, потому что принцип светофора зеркала как раз отсутствие. Вот если вы хотите всем понравиться, а у вас не получается, вот вам и тревожность. Да, кто спрашивает, Аня, допустим, вы хотите нравиться всем, а это невозможно по принципу светофора. Или вы читаете чужие мысли, как бабка Ванга, а это неправда. Конечно, это тревогу может вызывать. И понимание интеграции этих правил и техник как раз снимает тревожность, безусловно. Как не скрывать эмоции? Ваня, это ты? Вань, ты? Харитонов, наверное, да? Как не скрывать эмоции? А смысл их скрывать, скажи мне? Вот какой смысл подавлять свои эмоции? Кстати, мы тут про секс хотели вебинар сделать. Про подавление сексуального влечения, кому интересно. Вань, какой смысл скрывать свои эмоции? Что, подумай, что будет, если ты их скрываешь? Почему ты... Вот, давай так. Подумай... Почему ты свои эмоции хочешь скрывать? Что будет, если ты будешь искренним со своей девушкой, допустим, или со своими родителями? Что подумают там брат, папа, девушка, если ты будешь искренний?
допустим, в своих эмоциях. Не обязательно там не понравлюсь такой, какой я. Вот. Вот вам хороший ответ, да? Ваня, а ты действительно уверен, что ты им не понравишься и что ты не имеешь права на эти эмоции? Ведь получается, что ты себе очень сильно противоречишь. Что ты, с одной стороны, хочешь эти эмоции выражать, потому что понимаешь ситуацию как так, что эти эмоции у тебя возникают, и тут тебе либо нужно понимать эту ситуацию, чтобы этих эмоций не было, либо научиться говорить: ребят, вы знаете, то, что вы делаете, меня обижает, потому что я чувствую, что вы меня там надо мной издеваетесь или еще что-то. То есть тебе надо взвесить, Вань, запоминай. А тебя трясет, потому что ты себя осуждаешь за это. Судя по всему, ты себя осуждаешь. Ты осуждаешь себя за то, какой ты есть, считая себя каким-то плохим от этого. А это плохо. Потому что твоя задача, опять же, быть хорошим для них. И вот здесь принцип светофора в тебе не встал в тебя он. Потому что твоя задача по-прежнему, видимо, быть хорошим для всех. И только бы не быть плохим. И когда ты разрешишь себе быть для всех разным, тогда у тебя в жизни все наладится. Я тебе еще раз призываю. Быть более... Где я это рисовал? Подожди, пожалуйста. Быть более... Ты не сможешь разрешить себе вот этот конфликт, пока ты не сможешь принять в себе выражение эмоций. Я же плохой за это буду. Соответственно, надо понимать более гибко это. Соответственно, и по этой схеме тоже, что я смогу выражать свои эмоции, вовсе это не значит, что я от этого плохой сын. Я имею право обижаться, я имею право злиться, я имею право быть недовольным, и вообще имею право быть в плохом настроении, и вообще имею право на вас обижаться за то детство, которое было, и вообще я имею право вам не нравиться, и вообще моя девушка может вам не нравиться, и вообще мой выбор может вам не нравиться, но я вас люблю, и мой выбор это мой выбор, ваш это ваш. Вспоминайте молитву гештальт-психотерапии, запоминайте все, сейчас внимательно. И на этом закончим. Люди вокруг меня не для того, чтобы соответствовать моим потребностям. Я – это я, они – это они. Ну да. Люди вокруг меня не для того, чтобы соответствовать моим потребностям. Я – это я, они – это они. Я в этом мире не для того, чтобы соответствовать вашим потребностям. Я – это я, вы – это вы. Вы должны понимать, что... Да, Игорь, привет. Надо дать право людям не соответствовать вашим ожиданиям и дать себе право не соответствовать ожиданиям других людей. И не предъявлять претензии ни к людям, ни к себе, что вы кому-то не понравились. Вот это всем понятно. Невроз влияет на внимание и память исключительно, Вадим, способом астенизации. Когда у вас много внутренних эмоций, когда у вас много внутреннего вот этого противоречия, да, Вадим, у вас общее тело же напрягается вегетативно. Если напрягается телесная вегетативная система, у вас вся доминанта работы высшей нервной деятельности сосредоточена на каких-то телесных функциях. Соответственно, консолидация памяти, естественно, теряется. И внимание тоже. Потому что у вас все мысли, допустим, про сердце, про дыхание, про там еще что-то, про еще что-то. И у вас просто внимание рассеивается. Это принцип доминанты. Дереализация равно астенизации. Но отчасти дереализацию путают с астенизацией, но если говорить про истинную дереализацию, то истинная дереализация – это не астенизация. Ее часто путают. Часто путают дереализацию. Если хотите про дереализацию быстро, то дереализация – это механизм, это симптом невроза, когда человек, у человека, знаете, как вот из моей практики, у меня есть клиенты, чаще всего в дереализации, смотрите, что стоит. Сейчас покажу вам, где это. Вот. Чаще всего за истинной дереализацией, деперсонализацией стоит то, что человек не способен решить внутренний конфликт, потому что способы его разрешения очень сильно выходят за рамки его убеждений. И поправить эти рамки часто бывает сложно. У меня была девочка-пациентка с дереализацией, с которой мы долго работали, не получилось ее никак расширить в ее гибком понимании, потому что способ ее противоречий и способы решения этих противоречий, она с ними ну, никак не хочет и не может эти способы принимать как способы решения внутреннего конфликта.
Вопрос заключается в том, когда человек поймет и примет способы решения этих конфликтов. То есть дереализация, я отказываюсь видеть то, что происходит вокруг меня. Примерно так. Может быть, 37,2, да, это либо ваша особенность, либо это следствие астенизации, либо это следствие неврастении. Это и есть астенизация. Но бывает, да, бывает даже депрессия с температурой, есть такой вид депрессии, но это очень редкий вид депрессии с температурой. Но проверьте, надо еще смотреть воспалительный процесс. Как не подавлять свои эмоции с начальником? Хороший вопрос. С одной стороны, если вы будете говорить, какой он козел, то вы можете быть уволены, да? Евгений Юрьевич, я вам порекомендую примерно так. Подождите, не пишите сейчас ничего, а то сейчас я забуду. Евгений Юрьевич, можно порекомендовать вам так. Во-первых, вы должны понять, какую эмоцию вызывает у вас ваш начальник. В чем вызваны эти эмоции, какими мыслями? Что ваш начальник делает такого, что вызывает у вас эту эмоцию? А затем попробуйте принять его таким, какой он есть. Задайте себе вопрос, что будет, если вы будете на него злиться и не принимать. Потому что, Евгений, вы злитесь на него тогда, когда вы внутренне сопротивляетесь тому, что происходит. И у вас есть два варианта. Либо вы начнете гибко это понимать словами, да я не буду на тебя злиться, кричи, делай, что хочешь, твои проблемы, да? Либо вы будете сопротивляться, нет, так нельзя, это неправильно и так далее. Вот, да, соответственно, вы должны, Евгений Юрьевич, принять решение о собственных эмоциях и взять на себя ответственность за то, что ваши эмоции к вашему начальнику виноват не начальник, а виноваты вы. Это ваши эмоции, это вы на него злитесь, это вы испытываете эмоции. Примите его таким, какой он есть. Если вы понимаете, что вы не можете этого там товарища переваривать, но принимаете какие-то радикальные решения. С другой стороны, вы скажете, я не могу уволиться, потому что мне нужны деньги, да, допустим, это конфликт. И ваша задача попытаться этот конфликт решить, то ли уволиться и найти способы этому увольнению, то ли принять начальника таким, какой он есть, смотреть на него более гибко. Вкратце вот так. Пожалуйста. Как бороться с пробуждениями среди ночи с паникой? Смотрите, Виктор, когда человек просыпается ночью с паникой, это говорит о том, что его в жизни очень сильно что-то тревожит. И, как говорил Фрейд, когда мы спим, из нашего бессознательного поднимаются те внутренние проблемы, которые мы так или иначе подавляем. Здесь бороться никак нельзя. Ночью можете выпить какое-то успокоительное или что-то выпить на ночь легкое, успокоительное, там травяное, что-нибудь такое, растительное, легенькое. Но бороться с этим не получится до тех пор, пока вы не поймете, что происходит в вашей жизни такого, что по ночам, когда вы засыпаете, вылезает наружу и вас пугает. Поэтому здесь, конечно, нужна работа психотерапевта. Потому что проблема не в ночах, а проблема в том, что поднимается, да, Виктор, ночью наверх. Когда вы отключаете ваши защитные механизмы, почему Фрейд много отдавал предпочтение снам? Потому что он считал, что как раз снимаются некоторые защиты, и бессознательные вот эти штуки, они начинают лезть наверх. Боязнь причинить вред другим. Хороший вопрос, Ксения. Отвечаю. Боязнь причинить вред другим говорит о том, что вы очень сильно боитесь быть плохим человеком. Если вы проанализируете все ситуации, где вы боитесь причинить вред самоубийство или убийство, это страх быть плохим. Это страх быть осужденным близкими, это страх быть плохим человеком. Соответственно, метафора «я могу причинить другим вред» — это всего лишь навсего ваше когнитивное искажение со словами «как я могу быть плохой девочкой», «как я могу быть плохой перед родителями», «как я могу быть плохой перед обществом». Потому что, Ксения, ответьте сейчас мне на вопрос. Вы всю жизнь боитесь быть плохой? Ксения только отвечает. Ксения, вы всю жизнь боитесь быть плохой? Да. Чувствуете, с чем это может быть связано? Чьи это слова? Что вы, ты плохая, не будь плохой. Вот откуда это может идти? Потому что не быть плохой – это ваша стратегия.
Возможно, из-за школы. Возможно, потому что в вашей жизни есть определенные убеждения. И ваша стратегия, я должна что-то делать в своей жизни, чтобы не быть плохой. А когда вам приходит в голову обсессия или мысль о том, что вы, а вдруг я причиню вред другим, у вас ответ сразу какой? Я плохая. Соответственно, вот эта ваша мысль о том, что я плохая, я буду плохой, только бы не быть плохой, только бы не быть плохой, просто-напросто материализуется в виде таких фантазий. Ксения, вы должны понимать, что вы никакого вреда никому не причините, это просто ваша фантазия о том, как вы вдруг можете стать плохой, а это иллюзия. Это понятно, Ксения? Что вы боитесь быть плохой. И все эти ваши страшилки, которые лезут в голову, это только страх быть плохой. И не больше. Никто еще никого не загасил. Это просто материализация, Ксения, вашего страха такого. Я боюсь замкнутых пространств, безвыходных ситуаций, опозориться. Это разные корни. Замкнутые пространства и страха позориться, как правило, говорит о том, что в вашей жизни происходит что-то, где вы не можете принять каких-то решений. Поэтому паника часто возникает в метро, в лифтах, в самолетах, потому что это либо метафора контроля, что вы должны все контролировать, Ирина, да, в своей жизни, я должна все контролировать и знать, и как только я что-то не контролирую, я паникую. Либо что-то в вашей жизни происходит такого, где вы не можете принять решение, там нету выхода. И вот здесь можно искать аналитическую историю. Либо это повышенный контроль, и вы боитесь его отпустить, либо что-то происходит, Ир, такого, что не разрешается в вашей жизни. Как работать со страхом одиночества? Ну, это большой очень, это очень широко, Оль. Просто за страхом одиночества разные штуки могут стоять. Страх стать инвалидом, вот это интересно. А страх стать инвалидом или умереть, что из этим стоит? Очень, очень хорошо анализируется, Жень. Это вы, Евгений Юрьевич? А страх стать инвалидом? Сейчас отвечает только Евгений Юрьевич, я просто вам покажу, как это делается. Смотрите. Хотите? Ну, быстренько. Евгений Юрьевич, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Если вы станете инвалидом, что вы будете о себе думать? Отвечает только Евгений. Я стану недееспособным. Что это для вас будет значить, если вы станете недееспособным? О чем это говорит? Я не смогу нормально жить. А Евгений Юрьевич, ответьте, пожалуйста, на вопрос, а что будет, если вы умрете? Что будет, если вы умрете? Нет, не эзотерической концепции. Что бы вы думали о своей жизни, если бы вы умерли, вот так скажем? Как бы вы вот это поняли? Как вы к этому отнеслись? Вот если бы вот это произошло, допустим, там, вчера, допустим. Как бы вы об этом думали? Как бы вы это оценили? Как бы вы оценили свою жизнь, если бы она вчера прервалась, скажем так, или там, 2 дня назад? Как бы вы к этому отнеслись? Ну так, философски. Ну да, но попробуйте подумать, что как бы вы отнеслись, если бы вы вчера, допустим, или пару дней назад умерли, вы были бы довольны этим? Если нет, то чем бы вы не были довольны? Вот. Внимание всей группе, пожалуйста, потому что много не успел, с чего хочу. И смотри, что он первый пишет. Я стану недееспособным. Евгений Юрьевич, я не могу провести с вами полноценную сессию, но тем не менее, то, что вы пишете, походит на то, что вы боитесь быть недееспособным и не успеть что-то очень сильно в жизни сделать. Евгений Юрьевич, скажите, пожалуйста, что же вы так сильно хотите в жизни успеть сделать, что вы очень сильно пытаетесь успеть? Потому что ваш вопрос, страх быть инвалидом, слушайте меня внимательно, пожалуйста. Ваш страх быть инвалидом и страх смерти – это страх именно тех обстоятельств, которые не дадут вам реализовать вашу стратегию жизни. А ваша стратегия жизни, судя по всему, успеть сделать многое.
и инвалидизация, и смерть является как бы препятствием к этой реализации. Это понятно? А теперь, внимание, вопрос. Как вам кажется, почему вы хотите так много сделать в жизни? Только Евгений пишет. Почему для вас так важно успеть много сделать в жизни? Откуда эта стратегия? Потому что тут же растет инвалидизация, тут же растет смерть как предлог, а вдруг я не успею. Но все мы молодые. Но должны же вы сделать почему многое? Что вам это даст? Что вам даст то, что вы сделаете многое? Для вас это, видимо, очень сильно важно, сделать многое. Почему для вас? Да, важно. Ну и так дальше. Дальше мы бы диалог вели тем, я бы Евгению бы задавал вопросы, моя бы терапевтическая стратегия была такая. Все это понимают, что я сейчас сделал? Я показал человеку, что его страх инвалидизации и страх смерти является что на самом деле? Препятствием к реализации его стратегии. То есть, если он станет инвалидом, он не сможет реализоваться то, как он хочет. Если он умрет, это тоже препятствие. Соответственно, весь его страх, это всем понятно, основан на том, что он должен много сделать, но боится не успеть. И мы, конечно, бы с ним работали, почему для него так важно все это успеть, куда он так сильно торопится. То есть я бы как терапевт работал бы вот туда. Если уже есть инвалидность, могу ли... Ну, тут не знаю, смотри, какая инвалидность, разные бывают. Смотри, как вы к этому относитесь. Может быть так, что она противоречит вашим обстоятельствам. Боязнь сцен жесткости, не могу сказать, не знаю, боязнь сцен жесткости. Не знаю, что вы имеете в виду, честно, надо уточнять, не понимаю просто. Как работать с размытой я-концепцией? Надо ее сначала понять, из чего она создана, и пытаться делать ее гибкой. То, что жесткая я-концепция – это социофобия, и это как раз проблема социальных навыков. Я-концепция – это мой нос должен быть таким, моя рука должна быть такой, и так далее. Это очень жестко. Соответственно, жестокости… Ань, ну я не знаю, тут надо как-то думать более широко, так тяжело. Паттерн поведения… Ну все, короче, мы сейчас уйдем в дебри. В общем, все, спасибо. Смотрите, всем понятна тема сегодняшняя, которую я пытался до вас донести. Я попытался донести вас важность мысли, важность эмоций. Делайте, пожалуйста, вот это упражнение. Раз. Делайте, пожалуйста, вот это упражнение. Два. Научитесь быть ответственными за свои эмоции, за свои мысли. Научитесь их видеть. Три. И не повторяйте, пожалуйста, вот эту штуку Павлова. Стимул, реакция, подкрепление. Это ваша агорафобия, ваше избегание. Если вы где-то, стимул это, допустим, улица, аптека, фонарь, офис, испытали страх и подкрепились бегством, то вы всегда при повторении этого стимула будете испытывать тот самый страх, то бишь реакцию. Если вы хотите научиться ездить в лифте, допустим, то лифт у вас стимул, реакция это страх. Если вы лифт избегаете, вы подкрепляетесь. Соответственно, если вы хотите избавиться от любого страха, вам надо перечеркнуть подкрепление, прийти в этот стимул, испытать реакцию и увидеть, что от этой реакции страха ничего не случится. Соответственно, у кого есть агорафобия, избегание каких-то мест, это все Павлов доказал, тут нет ничего гениального. Вы должны не подкрепляться избеганием, вы должны прийти в эти ситуации, испытать реакцию страха, понять, что она не вас не убивает, повторить это несколько раз, этот рефлекс будет разрушен. Все очень просто. Но главное это понимать то, что вы думаете, и то, что вы испытываете эмоции вытесненные, и является той самой причиной к вашей телесным реакциям, которые вы либо разгоняете до паники, либо нет. Спасибо за вебинар, мы немножко задержались, я попытался ответить вам про внутренние конфликты. Кому интересно, пишите вопросы, заказывайте дистанционный курс, давайте я все-таки его порекламирую. Но честно сказать, просто мне он нравится, и нравится то, как получилось там все это изложить. Подробнее немножко, да, там видеоматериал и бумажный материал.
Пишите вопросы Максиму. Следующий вебинар будет либо по сексуальным отношениям, либо еще по внутренним конфликтам. Пишите ваши пожелания, какие вы хотите темы на вебинар. Как видите, я стараюсь как могу, но все невозможно не объять необъятное. Для всех я хорошим, наверное, тоже не буду. Соответственно, спасибо вам большое, что пришли. Надеюсь, не пожалели. Давайте открою чат. Надеюсь, что вы хорошо провели это воскресный день. Спасибо вам огромное. Максим вам что-то пишет. Пожалуйста. Да, очень приятно. Вот, связывайтесь с Максимом тогда самостоятельно. Надеюсь, что я постарался быть сегодня для вас полезным, как обычно и стараюсь, но невротично все-таки надо понимать, что кому-то, наверное, что-то могло быть не понравится. Ну, я постарался как мог. Спасибо вам огромное. Я прощаюсь. Чат пока будет работать. Максим, ты можешь здесь что-то написать ребятам. Я оставлю пока эфир, да, соответственно, ты как модератор можешь даже видеокамеру включить и что-то сказать, если у тебя работает, или как микрофон. Попробуй, если ты хочешь... Подождите, сейчас, если Макс подключит микрофон, он может что-то сказать, наверное, вам, если есть чего ему сказать, либо напишет. Кнопочку «Говорить», Максим, там нажми тогда. Спасибо вам огромное, до встречи, пока.